need to ask. He's a smooth operator. Одинэксбет про хоккей Лига СЫ, город Рудный, Горняк-Арена. И сегодня еще один матч, еще одно противостояние между рудненской командой Горняк и командой Кулагер, город Петропавловск. Сегодня с вами, как всегда, Сергей Панов и Дархан Нурбисов. Баршанс Домерикенс Бен. Праздничные выходные дни. И, конечно, сегодня есть возможность прийти к жителям города Рудный и посмотреть на это противостояние. Вчера было очень жарко и очень и очень интересно. Турнирная таблица на ваших экранах. Ну вот Горняк после вчерашнего поражения потерял одну позицию. Сегодня на 7-м месте. Кулагер так же, как и вчера, на 9-м. Но Кулагер набирает заветные 2 очка. 33 балла у команды. Таким образом, потихоньку. Вот эта вот серия такая хорошая, беспроигрышная у Кулагера. И то количество набранных очков регулярное, которое вот набирает команда Ильгиза Нуриева, приближает ее к зоне плей-офф. Зону плей-офф замыкает Сарарка, 37 очков. Таким образом, вот на данный момент, да, сложилась очень интересная ситуация, когда с 4 по 9 место, да, довольно жарко, все очень и очень близко. Торпеда, Актобе по 40 очков, Торпеда на 4 месте, Актобе на 5. И сегодня-то, кстати, эти команды играют друг против друга. Вчера выясняли отношения Актобе и Торпеда, и Актобе уверенно переиграл Торпеда. Дубль в активе Вадима Митрякова. По разу отличились экс-игроки усть-каменогорского клуба Герман Шапарев и Стас Петросян. И благодаря этому успеху подопечные Александра Полякова сравнялись с торпедовцами по набранным, очкам. Да. Актобе Торпеда 5-2. Таким образом, и этот матч мы сегодня увидим. Играть эти два коллектива замечательных будут в 6 часов вечера. Можете, и не то что можете, а нужно посмотреть обязательно этот матч. Очень и очень интересный. Ну и Бибарыс, 38 очков, так же как и Горняк. Бибарыс сегодня будет также играть против команды Алматы. Вчера команда Бибарыс очень уверенно выиграла южную столицу. 6-3. Бибарыс воспользовался поражением Сарарки, а также Горняка, и поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице. По сути, атарауцы решили все к началу заключительной трети. Андрей Яковлев дважды огорчил соперников. Ну и вот Бибарыс и первую, вторую и третий период по две заброшенные шайбы оформлял. В створе ворот у команд сегодня есть определенные изменения. Вчера Данила Кадочников очень здорово отыграл. Ну а сегодня Виктор Селиверстов, 90,8 у него надежность. Таким образом, Ильгиз Равильшнуриев решил вопрос в створе ворот таким образом. У команды Горняк бессменно Владислав Нурек в створе ворот. Несмотря на то, что Владислав вчера пропустил 5 шайб, все равно движется к своей цели. Очень уверенно работает. Процент надежности был на ваших экранах 91%. Ну и сейчас мы не только ноги увидим, но и, я надеюсь, тело игрока. И обязательно поговорим о нем, если будет такая возможность. Ну, пока будем рассматривать коньки. Ну что ж, дорогие друзья, партнерами нашей трансляции является букмекерская компания 1xbet. На сайте и в социальных сетях наших друзей вы найдете самые широкие линии, высокие коэффициенты, уникальные программы лояльности и розыгрыши призов. На ваших экранах продолжаем, да, вот очень интересно. Валерий Садиков вчера играл в первом звене, сегодня Валерий Садиков перемещается во второе, но вчера у Валерия было 2 ассиста. Оскар Юлборисов 2 шайбы забросил, так вот Валерий Садиков в этих шайбах был ассистентом. Ну и далее продолжаем наблюдать за разминкой Потапов. Никита Потапов, нападающий, 22 очка, собственно говоря. Потапов также вчера был результативен. Потапов поучаствовал в третьей
заброшенной шайбе. Таким образом, сегодня также надеется на него. Ну и безоговорочный лидер команды «Горняк» по набранным очкам, да и в целом по игре, Оскар Юлборисов. Дважды вчера был точен, дважды забрасывал ворота команды «Кулагер». Ну и, безусловно, сегодня также на него будет надежда. Но вот вчера Оскар Юлборисов играл в первом звене, сегодня во втором. О звеньях, конечно, мы с вами поговорим. Скажем, что у команды «Кулагер» в первом звене, так же, как и во вчерашнем, все четыре игрока на месте. Но появился сегодня Герман Грачев, который в вчерашнем матче участия не принимал. А так первое звено состоит из номер 28-й Алексей Закарлюкин, номер 76-й Артем Гарифуллин, номер 91-й Герман Грачев, номер 44-й капитан команды Станислав Калашников, номер 33-й это Виталий Шульга. У команды «Горняк» первое звено следующее. Номер 35-й Данила Платонов, номер 23-й это никто иной, как Анатолий Шишов, номер 25-й Виктор Васин. Капитан команды сегодня появился Александр Куршук, также защитник первого звена. Ну и номер 12-й это Александр Ханжин. Владислав Нурек, на ваших экранах такие вот у нас сегодня с вами первые звенья. У команды «Горняк» больше было изменений по составу, нежели у «Кулагера». Но обо всем по порядку. Поговорим, конечно же, кто куда переместился немного попозже. Давайте понаблюдаем за игроками. Номер 28-й Алексей Закарлюкин. Вчера с ним мы разговаривали, брали у него интервью. Довольно позитивный человек и в целом очень качественно разложил вчерашнюю игру «Кулагера» в первом периоде. Сказал, что да, не совсем уверенно начали. И оно так и было. «Горняк» доминировал в первом периоде практически 6-7 минут. Ну и дальше, конечно же, что-то пошло не так. И уже «Кулагер» пальму первенства, первый период закончил очень результативно и забросил, собственно говоря. Ну и «Горняк», который вчера очень хорошо отыграл первый период. После первого периода 2-1 вел «Горняк». Ну, давайте обо всем по порядку. Сейчас, конечно же, официальная часть, после чего мы сразу же начнем. Будем обозревать нашу игру. Дорогие друзья, гимн Республики Казахстан. Албастаймас, OneXBet Pro Hockey Лигас, Сунада Сызге, Алексей Ядрышников, Владимир Ефремов, Турешев, Талган, Ал, Баска, Лайнсмендерде, Без, Танстрамс, Осы, Ойнын, Барсында. Енді айтарлықтай, «Кулагер» командасы кешегі ойынды отқан болатын, 2 ұпай жинақтап, 33 ұпайға тап болып жатыр. Әрине, осы 8-дікке кіреміз деген арманы бар, үміті бар, және барлықта ойыншылар осыған ұмтылыста. Сарарқа бізде аяқтап жатыр осы 8-дікті. 37 ұпаймен «Горняк» кешегі ойынан кейін 7-ші орынға ауысып, түсіп жатыр төмендеп. Ал «Бейбарыс» көтеріліп 6-шы орында. Және «Ақтөбе» командасы кеше «Торпедо» ұжымын ұтып. Әрине 5-4 кешірім сұраймын «Торпедо» ойыншыларын ұтып 5-2 есебімен. Осылай 2 ұпайды жинақтап көтеріліп жатыр. Қазір «Ақтөбе» командасы 5-ші орынға, ал «Торпедо» болса 4-ші орында, әлі де орын алып жатыр қазір. Бүгінде осы кездесу «Ақтөбе» мен «Торпедо»ның арасында болады. Кеше «Бейбарыста» жеңіске жеткен, «Алматыны» жеңген болатын 6-3 есебімен. Осылай көтеріліп жатыр 6-ші орынға 38 ұпаймен. «Горняк»та да 38 ұпай, «Ақтөбе»де 40 ұпай. «Торпедо» да 40 болып жатыр қазіргі кезде.
Намат 3-ші орында 49 ұпаймен үштікке кіріп жатыр Намат әрине нақты орналасуда. Арлан мен Хумо әрине қақтығысы өте айтарлықтай жақсы болып жатыр. Өйткені бір кезде Арлан 1-ші орынға шығады, бір кезде Хумо шығады. Әрине Хумо командасы қазір 1-ші орында болып жатыр 62 ұпаймен. Ал Арлан командасы 61 ұпаймен 2-ші орында. Қазір басталды 1-ші кезең. Сізге осы құлагер командасының үздік ойыншыларын және бестіктерін операторлар таныстыруда. Қазір қараңыздар, құлагер командасы бастапқы минуттарынан қараңыздар. Қауіпті қазір Артем Гарифуллин осы шайбаның бағытын өзгертіп, Владислав Нурик қақпада, кешеде қорғаған қақпаны Владислав. Ал Артем Гарифуллин кешеде көзге түсуде болды. 28-ші номердегі ойыншы Алексей Закарлюкин Гарифуллинға пас беруде. Ал Артем бағытын өзгертіп, осылай қақпашыға бағыттады осы соққыны. Тағы құлагер қараңыздар басымдылықты көрсетуде. Құлагер командасының ойыншылары шира қозғалып, шабуылды ұйымдастыруда қараңыздар. Ала алмай жатыр қазір Горняк ойыншылары. Шайбаны қауіпті қазір лақтырыс. 27-ші бұл Александр Своеволин. Горняк міне жаңа ғана аттануда, бірақ қателік болып жатыр. Алып қойып жатыр Болат Хаматов па бұл болды. Оскар Илбарисов кеше 2 голды соға білді. Дубль жасай білді кеше Оскар Илбарисов. Бірақ осы 2 гол көмектеспеді Горняк ұжымына. Әрине, құлагер командасы бүгінде қараңыздар 2 ұпайды жинақтауға барын салуда. Ал Горняк өз алаңынан шыға алмай жатыр әлі де. Қараңыздар, тоқтамастан қазір 1 минут, 1,5 минут ойнауда. Кешеде өте тәртіпті ойын айтарлықтай болды. Аз ғана айыпталу уақыттары болды. Қауіпті лақтырыс қазір көк сызықтан болды. Енді құлагер аттануда. Бірақ Горняк ұжымы соққыны жасауда. Ал кешегі ойынды айтып кетсек, 3-5 есебімен құлагер командасы жеңді деп жатырмыз. Біз Алексей Закарлюкин 1-ші голды соқты, Оскар Илбарисов теңестірді. Содан кейін Оскар Илбарисов дубль жасап есепті артырды. Осылай 1-ші кезең аяқталды. Ал бүгін қандай 1-ші кезең болатынын біз көре тұрармыз. 2-ші кезеңде көптеген гол соғылды кеше. Осылай құлагер алға шығып, және 3-ші кезеңде бір ғана голды соға білді. Осылай 5-3 есебімен аяқтады. Қазір көп қателік жіберіп жатыр қара жейделі ойыншылар. Руслан Абдуллаев, Ляпунов, Никита соққы, бірақ мына жерде кешегі қақпашы жоқ. Данила Кадочниковты алып тастады Ильгиз Равилевич Нуриев. Жана қақпашы келіп жатыр Виктор Селиверстов. Бүгінгі ойынға жана, бірақ әрине Виктор Селиверстов 16 ойын өткізе білді осы маусымда құлагер құрамасында деп жатырмыз. 98% көрсеткіші бар. Виктор Селиверстов қалмай жатыр Данила Кадочниковтан қараңыздар. Ал бүгін өзгерістер болып жатыр. Руслан Утибаев, Александр Куршук Горняк құрамасына шығып жатыр. Және Иван Гавриленко кеше жетіспеді осы ойыншылар. Өте жақсы қазір қорғаныста Горняк болды. Тағы да шабуылды ұйымдастыруға барын салады Валерий Садиков кеше капитан ретінде шыққан. Ал бүгін Александр Куршук шыққасын. Александр Куршук әрине нақты тағайындалған капитан ретінде шығады. Жарақаттан кейін Александр Куршук жазылып кетіп, енді қараңыздар тағы да қауіпті жағдай болып жатыр. Жылдамдықтары өте ұшқыр болып жатыр құлагер командасында, қараңыздар үлгірмей жатыр. Мына жерде Скатов соққы жасауда, бірақ ойыншылардың денесіне қадалып жатыр осы лақтырыс. 28-ші Владимир Кротов. Өзгерістер енгізген Сергей Викторович Невструев кешегі ойыннан кейін. Александр Ханжин көтеріліп жатыр. Және 25-ші номердегі Виктор Васин 1-ші ұжымға. 23-ші номердегі Анатолий Шишов көтеріліп жатыр. Және Александр Куршук қосылып жатыр 1-ші ұжымға.
Ал екінші ұжымға аусым жатыр Оскар Юлбарисов, Анатолий Владимир Кротов, кешірім сұраймын, және Денис Скатов, Валерий Садиков. Ал жетінші номердегі бізде Александр Катков екінші ұжымда кешеде ойнаған. Енді көптеген өзгерістер болмай қалды, мына жерде үлгірмей қалды Денис Скатов соққы жасауға. Өте жақсы қорғаныста құлагер командасы. Ешқандай мүмкіндік бермеуде соққы жасауға. Қараңыздар, борттың қасында ғана ойнайды Горняк. Жақындай алмай жатыр осы қақпаның алдына. Ешқандай ойыншылар паста беруге мүмкіндік жоқ. Алып қойды қазір құлагер командасы. Ал аяқты үліп алған үшін бізде үшінші номердегі Глеб Штайгерді отырғызады. Көпшілікте Горняк командасы ойнайды. Ал міне қазір басталған Сарыарқа мен Арланның қақтығысы. 1-0 есебімен Арлан ұтып жатыр қазіргі ойынды. Ал 18.00-де Ақтөбе мен Торпедоның арасындағы қақтығыс Ақтөбе қаласында басталады. Құрметті жанкүйерлер, құрметті көрермендер. Ал біздің көрсетілімнің серіктесі OneXBet букмекерлік компаниясы, біздің достарымыздың сайтында және әлеуметтік желілерінде сіз ең ауқымды желілерді шығара, жоғары коэффициенттерді, бірегей белділік бағдарламаларын және ұтыс ойындарын таба аласыз. Дәл қазір сіз Қайрат Лига акциясында 60 миллионнан теңге ұтыс ойына қатыса аласыз. Қазақстандық спортшылар мен клубтарға ұтыс түгілер жасап, қомақты жүлде қоры үшін жарысқа қатысыңыз деп жатыр. Көпшілік қазір бізде басталды, әрине көпшілік Горнякта. Енді қазір пас алмасу, құлагер бермей жатыр қазір шабуылдауға. Қараңыздар, ал Сергей, саған сөз. Горняк сейчас в большинстве, но пока войти в зону Кулагера Горняк не может. Вынуждены сейчас игроки Горняка обороняться. Александр Ханжин. Против Ханжина никто иной, как Закарлюкин. Закарлюкин, который вчера забросил первую шайбу для своей команды. Эдуард Михайлов ему в этом ассистировали. Был это в первом периоде на 9-й минуте. И вот Горняк, который вчера, ну, не то чтобы упустил победу, шансы очень хорошие имел для того, чтобы заработать 2 очка. Ну вот в определенный момент что-то пошло не так. И, скажем так, в целом и первый, и второй периоды получались. Но вот начиная с конца второго периода как-то не задалось. И забрасывал только Кулагер. Таким образом, сегодня обязательно Горняку нужно побеждать. Нужно набирать заветные очки. Скоро раунд плей-офф. И таким образом поработать нужно. Оскар Юлбарисов на ваших экранах. Автор двух вчера заброшенных шайб. И Горняк моменты создает. 45 секунд еще Горняку играть в большинстве. Еще раз будет вбрасывание. На точке Андрей Ревацкий от команды Кулагер. И номер 28 от команды Горняк Владимир Кротов. Если говорить о составах на сегодня, то Ильгиз Раильевич Нуриев не стал мудрствовать лукаво. Точечно производил определенные манипуляции в составе команд. Так, собственно говоря, в первом звене появился Герман Грачев. Остальные игроки вчерашнего игрового дня остались те же. Во втором звене также все без изменений, за исключением того, что появился не игравший вчера Денис Черевач. Ну и в третьем звене тройка нападения осталась. Вот это опасный момент сейчас. Здорово, Скатов хорош. Атаковал, ну, на месте Виктор Селиверстов. Так вот, в третьем звене появились два игрока. Из второго звена третье. Отпускается Глеб Штайгер. Из четвертого в третье звено защитник поднимается. 62-й номер. Эдуард Михайлов. Ну, вот Михайлов вчера мало того, что был ассистентом в первой заброшенной шайбе, ассистентом в четвертой заброшенной шайбе. Ну, собственно говоря, еще и заключительную пятую шайбу Эдуард Михайлов забросил. Очень результативный матч для Эдуарда был вчера. Ну и четвертое звено без изменений, за исключением того, что из третьего звена в четвертое спускается Роман Коваленко. Ну и вот так вот точечно и аккуратно Ильгиз Раильевич Нуриев подошел к этому матчу. И особо ротацию не проводил, потому как и
вчерашний состав себя оправдал. 5 заброшенных шайб, победа, что еще может быть важнее, да, для команды. Ну, что касаемо команды «Горняк», то здесь, конечно же, изменений в разы побольше. Появился в первом звене капитан команды, который определенное количество матчей пропускал. И остался в первом звене 35-й номер Данила Платонов. И, собственно говоря, 3 игрока второго звена поднимаются в первое. 23-й номер – это Шишов, 25-й номер – Васин и 12-й – Александр Ханжин. Соответственно, 4 игрока первого звена «Горняка» – это Юл Борисов, это Кротов, это Скатов, это Садиков. Из первого звена опускаются во второе. Бессменно только Александр Катков вчера был во втором звене, и сегодня то же самое. Ну и в третьем звене появился у «Горняка» сегодня Александр Воронин. Также появляется Иван Гавриленко. Ну, из четвертого звена поднимается 21-й номер Дмитрий Селютин. В четвертом звене появляется не игравший вчера Руслан Утибаев. Опасный момент сейчас. Наброс на ворота силами Черевач. Денис Черевач атаковал сейчас. Ну, «Горняк», игроки команды «Горняк» заблокировали этот бросок. Да, Нурек Владислава шайба не дождала. И, собственно говоря, из третьего звена Никита Ляпунов спускается. И Иван Канышев, четвертое звено. Ну вот, поболее, конечно же, вариантов к сегодняшнему матчу применил главный тренер команды «Горняк» Сергей Викторович Невструев. Вперед сейчас побежал Александр Воронин. Поборолся он у борта, но шайбу у Воронина Ревацкий отобрал. Платонов в высоком прессинге сейчас находится. Помогает «Горняк» друг другу. Игроки в средней зоне здорово отобрали не шайбу. И сейчас есть возможность атаковать. Атакует сейчас мощно Шишов. Здорово. В ближний угол. Ну и момент еще. Опасный момент сейчас не попадает по шайбе. 25-й номер Виктор Васин. Ну, дорогие друзья, момент, который надо было реализовывать на все 100. Обидно, досадно, но факт остается фактом. И еще одно удаление. Ну, смотрите. По вчерашнем матче в первом периоде, собственно говоря, только 2 минуты удаления было у Кулагера. Но моментище, конечно, сейчас «Горняк» создал просто великолепный. А в сегодняшнем матче уже второе удаление. Таким образом, перебили вчерашнюю цифру игроки команды «Кулагер». А «Горняк» в вчерашнем периоде вообще не удалялся. Очень отменно «Горняк» в целом проводил этот первый период. На одну шайбу перебросали в створ ворот игроки команды «Горняк» Кулагер 13-12. И блокированных бросков сделали больше. 5 против 3. Вбрасывание равное. Количество вчера было по 12 и у тех, и у других. Таким образом, вот вчерашний первый период «Горняк» однозначно свой актив занести может. Партнером нашей трансляции является букмекерская компания 1xBet. 1xBet. Любишь хоккей или другие виды спорта? Тогда переходи на сайт главного спонсора. У нас обе реклама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. «Горняк-арена». «Горняк» против «Кулагера». И у нас с вами после небольшой рекламы, паузы, которая дает возможность, да, не только проследить, послушать рекламу, но еще, конечно же, определенные технико-тактические выкладки свои определить, пообщаться, подумать, отдохнуть. Ну и в бой, как говорится, с новыми силами. «Горняк» также в большинстве начинает свою атаку сейчас. Ну вот пока что первое большинство нельзя, конечно, занести в актив команде «Горняк».
много времени потратили на то, чтобы войти в зону, определенную расстановку свою поймать. Васин с шайбой был. Передача на Платонова. Снова у нас Васин. Далее Платонов. Куршук готов. Ханжин, наброс. Куршук. И надо было сейчас решать, но не забрасывает Шишов. Есть у Горняка, конечно же, моменты. Нужно продолжать атаковать дальше, нагнетать. Не сбавлять темп. Закрывает синюю линию Александр Ханжин сейчас. Здорово. Хорошая передача, перевод хороший. И попадает Платонов сейчас. Но вот смотрите, сколько моментов. Игроки по шайбе не попадают. Видели мы уже от Горняка такие ситуации не раз. Толчок в спину. Куршук падает, но без нарушения правил. Вся эта история проходит. Здесь у нас уже Шишов. Передача. И Ханжин будет атаковать. Наброс на ворота. Ханжин. Момент неплохой. И все-таки продолжает Горняк нагнетать, создавать моменты. Хорошее большинство сейчас от Горняка. Ханжин снова на ворота. Наброс. Опасный момент. Нет. На месте Селиверстов. Я Менжал Гастраман. Уйти қауіпті лақтырыстар бағыттауда қазір Горняк командасы. Ал көптеген... Лақтырыстарды қайтарып жаттыр бізде Виктор Селиверстов. Және қорғаныста да құлагер командасының ойыншылары өте жақсы кілттерін табуда. Қазір осы Горняктың қайтара соққыларды қайтарып жатыр. Қараңыздар. Ал Горняк болса әрине қысымды көрсетуде. Осы бүгінгі ойында әрине жеңіске жеткізіп, екі ұпайды жинақтап және жоғары көтерілуге осы кестеде. Осы маусымда әрине қазір осындай мақсат қоюда өз алдына Сергей Викторович Нестроев және оның шәкірттері әрине алдымызда Виктор Селиверстов бірнеше құтқарылым жасауда осы ойыншы қақпашы дейміз. Тағы да шайбаны алаңнан шығарғаны үшін осы алан қонақтардың алаңында лақтырады қазір осы шайбаны. Ал қойып жатыр құлагер командасы, бірақ мына жерде ережені бұзып жатыр. Көптеген қазір түсінспеушілік болуда 68-ші Филипп Святына ұрсып жатыр қазір төрешімен. Әрине. Ал бізде бірінші кезең айтарлықтай өте қызықты. Горняктың қысымымен Валерий Садиков көксіктен лақтырыс. Мына жерде Владимир Кротов та келіп жатыр қайтара соққыны жасауға. Есеп ашылған жоқ әлі де. Кеше 3 гол соғылды бірінші кезеңде, ал бүгін қараңыздар ортасы өтіп кетті, бірақ әлі де ешқандай нәтижелі соққы болған жоқ екі ұжымда. Құлагер командасы қамалып қалды қазіргі сәтте осы Горняктың шабуылдарынан. Қазір мына жерде төрешіні да аударып жатыр Горняк ойыншылары. Қауіпті лақтырыс бола ма екен қазір? Жоқ, Горняк ойыншылары қазір қозғалып жатыр. Өте жақсы. Қазір шабуылдап шығатын шығар осы қара жейделі ойыншылар. Ал құлагер командасы болса алмасып жатыр барлық ойыншылар әрине. Владислав Нурик бәрін қадағалауда. Пас, бірақ мына жерде қазір төрешілер ысқырығы естілді, сондықтан да қазір ойынды тоқтатып жатыр осы ойыншылар. Тағы да құлагер қақпашысы сіздің алдыңызда. Ал біз параллельдік ойынды қазір көре тұрармыз, айтып кетеміз сіздерге қазір. Арлан мен Сарыарқаның қақтығысы да қазір болып жатыр осы сәтте. Әлі де есеп 0-1. Мен айттым осы бірінші кезеңнің басталғалы Арлан командасы бір голды соға білді. Ал қараңыздар, тағы да Селютин бабыл 21-ші. Я Дмитрий Селютин кіргізіп жатыр қонақтарын алаңына шайбаны. Александр Воронин шығарып жатыр осы шайбаны. Тағы да қазір қосылады Сергей Лазарев. Алмасып жатыр ойыншылар тағы да. Ал тәртіпті жалпы ойын Горняк құрамасынан біз көріп жатырмыз. Никита Ляпунов шайбаны қазір
Лагер командасының еншісінде қазір шайба, бірақ екі жақтында қателігі болуда. Қазір Валерий Садиков шайбамен болды. Одан күйінде өте жақсы соққылар бағыштауда Никита Ляпунов. Тағы да соққы Селиверстов. Жақсы позиция алып жатыр. Үш бірдей қайтара соққыны жасады горняк ойыншылары. Бірақ болмай жатыр нәтижесі. Соққы жойқын бол жатыр қазір. Өте жақсы қысым көрсетуде. Тең құрамда ойнап жатыр. Санутибаев па бұл? Иә. Алыс лақтырыс. Қақпадан қисық кетіп жатыр. Осы соққылар. Санутибаев тағы да бағыштай мекен. Қазір Валерий Садиков. Шайбамен. Көксіздіктан. Көксіздіктің бойымен қозғалыста болды. Не болып кетті мына жерде? Шайбаны алып қоятын сәт болып жатыр құлагер командасында. Ал горняк болса қателікті. Қазір әрине түзетуге тырысады. Көпшілікте ойнағандай болып жатыр горняк командасы. Ал не мына жерде 23 бұл бізде Шишов болды. Көксіктан соққы. Лақтырыс тағы да Данила Платонов жасады. Куршукта таласуға дайын. Қараңыздар қазір соққы бола мекен қазір болмады. Құлагер командасы көрсетті, бірақ шабуыл болмай қалды. Уан Иксбет про хоккей лигасын біз тамашалап жатырмыз. Горняк пен құлагердің қақтығысы. Құрметті жанкүйерлер, қараңыздар, кеше де өте жақсы ойын өткізе білді екі ұжым, бірақ құлагердің басымдылығы болды. Қазір тағы да қараңыздар, соққы болады. 28-ші бұл Алексей Закарлюкин. Закарлюкин уже бірнеше соққы жасауда. Тағы да Закарлюкин шайбамен. Тоқтататын ешкім жоқ қазір. Қамалып қалды горняк. Қалай пас алмасады қазір. Өте жақсы қозғалыста. Құлагер командасы бермеу керек. Оларға ашық алан. Не Куршу қазір. Қана бастауда. Үш минуттан тоқтамастан ойнауда екі ұжым. Өте жақсы. Қазір құлагер командасы алып қойды шайбаны. Бірақ шығара алмай жатыр қазір. Міне жаңа ғана лақтырып тастады шайбаны өзінің алаңынан. Ал құлагер болса қазір қорғанысқа аттанады. Қараңыздар, горняктың ойыншысы Оскар Юлбарисов борт арқылы ойнау. 5 минут уақыт әлі қазір бар осы бірінші кезеңде. Мына Валерий Садиков па бұл? Иә, дұрыс. Катков қосылып жатыр. Катков ұстай алмады шайбаны. Скатов. Екінші ұжым ойнап жатыр осы горняк құрамасынан. Қазір ережені бұзды ма екен қазір Рю. Көксіздіктен лақтырыс. Ал тоқтамастан 4 минуттан артық ойнауда. Сергей, сенің сөзің? Команда играет в равных составах, но видим, да, как команда Кулагер прижимает горняк к их воротам. Такое было и вчера. Нужно, конечно, горняку однозначно, повторюсь, убирать от своих ворот игроков команды Кулагер. И вот как только горняк появляется у ворот соперников, сразу же возникают проблемы, но пока Селиверстов справляется с натиском, но у горняка моментов, вот так, навскидку, побольше, нежели у команды Кулагер. Посмотрим статистику после первого периода. Вайтко выжидает паузу. Продолжает контроль. Селиверстов на месте сейчас. Здорово. Хороший момент Данил Вайтко. Сам начинал эту атаку, сам завершал. У нас с вами реклама. Бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі
Мені бойынша химия. Қаз мұнай хим. Инновация игілік үшін. Один из бет про хоккей Лига СЫ. Первый период практически закончен. Еще 3 минуты 55 секунд. И смотрим хороший момент. Александр Ханшин. Наброс на ворота. И браво там Селиверстов. Хорош. Еще один момент. Абдуллаев был. Далее Ляпунов. Еще раз. Ну вот Горняков. Есть у Горняка моменты. И реализация вот пока что, конечно же, подводит Горняк. Очередное вбрасывание. Довольно дисциплинированно команды провели вчерашний матч. В целом всего 2 штрафные минуты Горняк заработал. Кулагер 4. Опасный момент сейчас. Ой-ой-ой. Герман Грачев это был. Набрасывал он их на ворота коварненько. Получился еще и бросок у него. И было опасно. Не справляется сейчас с шайбой Силютин. Не смог он ее принять. Однако Горняк по-прежнему в нападении силами Воронина. Воронина там нейтрализует. Однако партнер по команде Силютин с шайбой сейчас раскручивается. Ищет партнеров для передачи. Здесь уже Буб Артем. Молодой хоккеист команды Горняк. Такая вот позиционная атака у Горняка получается. Однако все это у борта и особо не опасно для команды Кулагер. Сейчас на пятаке жарко и нейтрализует там Силютина без нарушения правил. Силютин на пятак выкатывал. А сейчас в одиночку Закарлюкин. Закарлюкин! Хороший выпад от Алексея. Руслан Утибаев под дальнюю синюю. Хороший перевод Утибаева. Опасный момент сейчас. Не реализует его Абдуллаев. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, момент у Абдуллаева был просто великолепный. Ну и давайте похвалим Руслана Утибаева. Как зрячая хорошая передача под дальнюю синюю. И выводил он один на один уже своего партнера. Здесь все в рамках правил. Ну и, конечно же, Александр Ханжин на ваших экранах. Вот такой момент был у Горняка. Здорово. Давайте посмотрим еще разок за развитием этих событий. Да, Абдуллаев мог сейчас, конечно же, стать героем первого периода. Но еще раз говорю вам, давайте отметим Утибаева, который очень хорошую передачу на Руслана Абдуллаева выдавал. Катков от Горняка борется у борта. Здесь Святына. Святына, который вчера, мало того, что дубль сделал, еще и передачи там раздавал результативные для команды своей. Конечно, он герой матча. Опасный момент. Бросок не получается у Своеволина. Но атака Кулагера продолжается сейчас. Набрасывал на ворота Хаматов. Шайба застряла. Катков там помешал этому. Но сейчас опасный момент у ворот Горняка. И Нурек, Нурек хорош сейчас. Здорово. Очень опасный момент у ворот команды Горняк. Ну и на ваших экранах 68 номер Филипп Святына. О нем мы уже говорили, о его заслугах в вчерашнем матче. Ильгиз Алексеевич Нуриев, главный тренер команды Кулагер, на ваших экранах был. Ну а здесь Александр Ханжин и группа поддержки всегда радует своих болельщиков. Всех, кто смотрит не только на трибунах, но и трансляции. Параллельно матча с РРК Орлан. Орлан пока выигрывает 1-0. Ну и я думаю, что сегодня все-таки в этом противостоянии явный лидер. Это, конечно же, Орлан. Орлан, который потерял первую строчку турнирной таблицы. Находится на втором месте предварительно, конечно же. Но, тем не менее, 61 очко у Орлана. Хумо 62. Хумо вчера без каких-либо трудностей одолел
Иртыш, разгромил Иртыш во втором матче в Павлодаре. Ташкентцы в очередной раз реализовали свои атакующий потенциал, заработали 2 балла, во многом благодаря отличной игре своего лидера Вадима Кравченко. Он 4 раза огорчил соперника и сохраняет за собой первое место в гонке лучших топ-лиги бомбардиров сезона. Хумо, собственно говоря, 9-1 у Иртыша выигрывает. В первом периоде 1 шайба, во втором 3, ну и в третьем 5. Хумо, безусловно, претендует на самые высокие места в нашем чемпионате. Продолжается первый период. Меньше минуты остается. Александр Куршу, капитан команды «Горняка», там борется. Васин подключается. И наброс на ворота. Ну, понятно, что сейчас нужна смена. И этим обусловлен такой выбор движений от команды «Кулагер». Просто забросили шайбу в зону команды «Горняк» и спокойненько поехали на смену. Но вот смотрите, во вчерашнем матче в первом периоде видели 3 заброшенных шайбы. Одна от Алексея Закарлютина. Далее Оскар Юлбарисов сравнивает счет. Оскар Юлбарисов выводит свою команду вперед в первом периоде. 2-1. Ну вот сегодня пока что заброшенных шайб мы с вами не увидели. Как говорится, будем посмотреть в перерыве. Не переключайтесь, оставайтесь. Самые интересные моменты других матчей. Конечно же, реклама. Ну и есть возможность в чатах пообщаться. Смотрите нашу трансляцию. В целом, уверяю вас, будет очень интересно. И несмотря на то, что мы не увидели в первом периоде заброшенных шайб, от этого хуже игра не становится. Здесь как раз-таки борьба двух тактик. Серьезные такие ротации в составе произвел Сергей Викторович Невструев. Ну и практически ничего не поменял Ильгиз Равильевич Нуриев. Посмотрим, чьи тактические действия принесут результат. Довольно открытый хоккей мы увидели. У «Горняка», по моему мнению, побольше моментов было, нежели у команды «Кулагер». Ну и цифры рассудят, покажут, кто прав, кто нет. Насколько я понимаю, закончился у нас с вами первый период. Ну и, дорогие друзья, услышим мы интервью с кем-то из игроков команды «Кулагер». Мой коллега Дархан Нурфисов обязательно найдет с кем вступить в диалог и в целом подведет, конечно же, итог первого периода. Ну и, дорогие друзья, следите за развитием событий в параллельных матчах. Сегодня это Сарыарка Арлан, Актобе Торпедо, Бейбарыс Алматы. И напомню, что следующие матчи, дорогие друзья, у нас будут аж 20 числа. Будет небольшой перерыв, 18 и 19 в пролиге матчей не будет. Видимо, это 68 номер, Филипп Святына, если я не ошибаюсь. Ну, давайте посмотрим. Передаю слово Дархану Нурбисову. Всем доброго вечера. Второе противостояние у нас между «Горняком» и «Кулагером». И с нами у нас Филипп Святына, игрок команды «Кулагер». Как атмосфера в городе Рудно? Нормально, не знаю. В городе особо не гулял. Мы в гостинице сидим, готовимся к играм. Я имею в виду на арене. На арене отлично, приятно. Спасибо болельщикам. Крутая атмосфера, классно. Ну а теперь по игре. Что получается, что не получается? Ну, тяжелая игра. Настраиваемся друг на друга, как соперник сегодня на нас, так и мы на них. Сегодня чуть потяжелее, наверное, чуть посложнее будет. Потому что готовились получше и они, и мы. Поэтому пока ничего не известно, дальше будет видно. Что отметите у противника? Какие есть хорошие качества? Ну, видимо, какие-то он со вчерашнего дня свои ошибки подкорректировал, так сказать. Сегодня не дает делать того, что давал делать вчера. Да, все, спасибо большое, Филипп. Удачи вам в игре. С нами был игрок команды «Кулагер» Филипп Святына. Ну а мы увидимся с вами во втором периоде.
Команда арасындағы ойындар көпшіліктің талқылауында көпке дейін айтылатын. Говорит и пока.
показывает Караганда, где в гости к Сарыарке пожаловал грозный кокшетауский Арлан. Еще ранее, конечно, эти противостояния называли центральными в лиге. Но сегодня кокшетауцы приехали в качестве одного из лидеров регулярки. Вот она и первая шайба от Андрея Павленко. Его там Иван Степаненко ассистировал. Ну и, соответственно, мы еще одну шайбу увидим в этом периоде. Причем Владислав и Никулин в меньшинстве ее забросит, когда команда из Кокштау находилась в меньшинстве. Но вот здесь уже и Эдгарса Сикста у нас срубили. Конечно, удаления тоже своего рода стали определяющим в этой игре, но не основополагающим. Вот в чем парадокс в этой игре. Ну и, соответственно, вот здесь Коваль ошибается, подхватывает шайбу вот как раз-таки Никулин, и это вторая шайба. На этом во втором периоде уже, конечно, продолжится у нас эти моменты. В первом все-таки останется счет 0-2. Ну, а вторую часть матча Сарыарка начнет активно. Местный воспитанник Виталий Башко сейчас там забросит. И ему там будут ассистировать уже Егор Наместников. Далее уже Данила Карабань с передачи Лихотникова и Железнова. Ну, а вот она, шайба уже от карагандинцев. Ну, и в целом, конечно, матч получился такой, знаете, очень и очень разноплановый. Ну, понятно, что кокштауцы где-то на классе все-таки контролировали ход встречи. Но Сарыарка периодически, конечно, возрождала надежду на то, что сегодня все для них благополучно закончится. Но, увы, кокштауские волки показали свой оскал. И, конечно, там уже следующая шайба от Евгения Аксентюка с передачи Дмитрия Гренца. И счет у нас таким образом станет 1-4. И это будет заключительная шайба во втором периоде. Какой вот красивый гол, да, сейчас случился. Это вот Данила Карабань. У нас, конечно, тут не в догонялке получилось играть, а вот в третьем периоде, который нам сейчас продемонстрируют, там уже Сарыарка как раз-таки начало очень лихо проведет. Тем более, что первыми забросят, потом еще одну, и в целом у нас счет станет 3-4. Как бы, ну вот в одну шайбу кокштауцы будут вести, и, конечно, карагандинцы уже подгоняемые своими болельщиками попытаются даже счет сравнять. Но не тут-то было. Все-таки класс иной раз бьет желание отыграться. Ну вот, смотрим мы все эти моменты, конечно, сейчас на повторах. И, собственно, Орлан довольно-таки неплохие шайбы, на самом деле, забрасывал. Там по ходу встречи Альберта Коваля Жакин Ибрагимов сменил. Видели, как сейчас там силовой какой там в полете сейчас у нас оказался Константин Палемтак. Вот с этого ракурса еще раз посмотрим, да, что называется. Стал даже и не заметил. Продолжил там борьбу. Ну и вот такие вот, видите, даже у нас эпизодики случались. Правда, здесь до полноценной драки, к счастью, не дошло. Ну и, соответственно, Орлан был бы не Орланом, если бы не продолжил. Но тут, правда, Аксентюк получает у нас повреждение, что называется, на ровном месте. Но тоже, как бы, хоккей травмоопасный вид спорта. Ну и Орлан здесь, конечно, создавал тоже моментов. И вот она, шайба от Глеба, у Кирилла Пономарева сначала, конечно же. Там ему Евгений Калинин ассистировал. Ну и, пожалуйста, вот Пономарев, вот как раз-таки тут уже 2-4 у нас становится счет. И мы видим, что сразу же карагандинцы забрасывают еще Глеб Зайцев. Вот и здесь у нас 3-4 становится все. Так, далее. Побегут, конечно, карагандинцы сравнивать счет, но и не хватит у них, конечно, к сожалению, сил на это. А Орлан своего добьется. Там, тем более, еще и большинство сделает свое дело. Там удаление будет даже в моменте. Кокштауцы будут играть в формате 5-3. И, конечно, вот ведь силовые какие у нас были. Вот здесь уже Железного, что называется, проверили на прочность. Ну и Орлан забросит такие уже в большинстве. Как раз-таки Захар Пархоменко с передачи Эдгарса Сикс и Дмитрия Гренца сделает счет 3-5. Вот здесь Карабаню досталось, конечно, по фейсу. Но вот такие эпизодики, конечно, у нас сегодня встречались. Здесь вот передача. И, пожалуйста, вот она, эта шайба. Как раз-таки от Захара Пархоменко. Ну, а далее точку уже в матче поставит в составе Орлана Артем Лихотников. Но мы там еще один гол увидим от Сарыарки. Но сначала посмотрим шайбу нам от
с разных ракурсов по несколько раз показывают один и тот же гол, ну, чтобы мы, наверное, не забывали, что у нас есть не один оператор. Ну и вот еще одна шайба. Артем Лихотников как раз-таки с передачи Владислава Дюкарева и Даниила Карабани установили еще 3-6. Больше Орлан сегодня не забросит, но забросит карагандинцы. Сейчас после 7000 ракурсов этого гола мы посмотрим уже на гол Евгения Калинина из Сарарки. Ему там, кстати, Радель Фазлеев будет ассистировать. Наброс синей линии. И вот, пожалуйста, вот это уже точка в Мастер. 1xBet Pro Хоккей Лига С, Горняк Кулагер 0-0, ну и статистика на ваших экранах. И действительно, Горняк в первом периоде играл очень прилично. 16 бросков с створ ворот команды Кулагер Горняк отвесил, в свою очередь всего 8 Кулагер. Из приятного, из положительного, что Горняк в первом периоде не удалялся вообще. И во вчерашнем матче, кстати, было то же самое. Но во вчерашнем матче 2 минуты было всего у Кулагера. Сегодня уже у них 4. Большинство Горняк не реализовал. Во вчерашнем матче также не было реализовано большинство. В меньшинстве также шайб никто не забрасывал. 8 шайб на двоих вчера оба коллектива сообразили по заброшенным шайбам. Но вот сегодня пока что голевая засуха. И в целом по игре, которую мы видели в первом периоде, есть ощущение, что разрыв сегодня будет минимальный. Возможно, даже в одну шайбу все решится. В параллельном матче у нас пока без изменений Орлан Сарарка. Орлан выигрывает по счету. Остальные пары начнут коллективов играть в 18:00, да, и далее уже в 19:00. Да, кстати, 18:00, да, все верно. Здорово, что есть возможность посмотреть на сайте proligasy.kz. Заходите, смотрите, интересная статистика. Ну и судьи нам, конечно же, показывают, как и вчера. Александр Ядрышников, Владимир Ефремов, главные судьи. Тимур Искаков и Александр Говрас. Это линейные судьи. Вот она, бригада. Все прекрасно понимают, фиксируют, и ведется видеозапись, что, собственно говоря, дополнительно на дисциплине игроков отражается, потому как все фиксируется в режиме реального времени. Итак, дорогие друзья, 1xBet Pro Хоккей Лига С, Горняк Кулагер, второй период стартует, и давайте будем болеть за хороший качественный хоккей. Кротов бросание выигрывает, Горняк снова старается, бежит вперед. Повторюсь, для Горняка очень важный отрезок чемпионата наступает.
Следующие матчи «Горняк» проведет против «Торпедо» 20 и 21 декабря. Далее 26 и 27 уже будет встречать «Горняк» на своем льду «Иртыш». Ну и, собственно говоря, календарный год будет закончен. А далее второй раунд чемпионата. Борьба в средней зоне. Здорово сейчас Скатов раскатился в зону Кулагера. Зашел Оскар Юлбарисов. Второе звено у «Горняка» на льду. Наброс на ворота. Здорово там на пятаке мог добивать 23-й Анатолий Шишов. Александр Ханжин видит, что идет смена партнеров. Назад отыгрывает на капитана Александр Куршук. Не совсем удачно Александр Куршук сейчас передачу отдавал на Шишова. Шишов этой передачи не видел и могло быть опасно. В высоком прессинге «Горняк». Здорово. «Горняк» сейчас поборолся. Моментище. И атаковать нужно. Атаковать. Куршук. Мощно мимо ворот. Александр Ханжин шайбой. Далее уже партнер его по команде. Наброс на ворота будет или нет? Ну вот да. Не совсем получился у Шишова наброс на ворота. Можно было атаковать пожестче, а там дальше уже партнеры могли добивать в случае, если Сильверстов не справится и будет отскок. Войтко. Прессингует Войтко, капитан команды. Далее уже не совсем удачная передача Васина приводит к тому, что Святына сейчас в нападении. Борется Святына со всеми, кого встречает на своем пути. Лазарев. Далее «Горняк» уже перед его силами Воронина. У Воронина шайбу отбирают. Закатывается Кулагер. Зона. Опасный момент сейчас. Здорово Ревадский атакует. Вот такой вот ответ уже от Кулагера. Компания 1xbet, главный спонсор спортивных эмоций, является партнером нашей трансляции. В данный момент все любители футбола имеют уникальный шанс принять участие в акции «Стамбульское чудо» и выиграть поездку в Стамбул на матче Лиги чемпионов и Лиги конференции. Подробности в инстаграм 1xbet, нижний пробел, .kz. И уже Владислав Нурек начинает атаку для своей команды. «Горняк» едет на смену. Абдуллаев там прессингует и Утибаев. Четвертое звено у «Горняка». Без нарушений правил сейчас действует игрок команды «Кулагер». Позиционная атака. Наброс на ворота силами Штайгера. Глеб Штайгер атакует. Нурек на месте. Зону закрыть не успели. И кто будет первым? Никита Ляпунов. Первый на шайбе. Штайгер его прессингует сейчас. Хороший момент у «Горняка». Нужно поскорее атаковать. Не ждать, когда все уже вернутся защитники «Кулагера». Ну и 3,5 минуты без остановки играют команды. Хороший такой показатель. И время летит незаметно. Опасный момент уже здесь. Силами Закарлюкина. Алексей. Мощнейший бросок выше ворот. «Горняк» сейчас атакует всеми силами. Валерий Садиков. Не совсем удачно у него это получается. И уже снова «Кулагер» атакует. Грачев, Герман Грачев. Дальше передача своему партнеру. Наброс. И не получается у Гарифуллина этот бросок на ваших экранах. Артем Гарифуллин. Первое звено. «Кулагер». Ну, вот вам, собственно говоря, и ответ. Хороший такой отрезок уже в исполнении игроков команды «Кулагер». Сергей Кличневструев, главный тренер команды «Горняк». Ну и группа поддержки также была на точке вбрасывания. Выигрывает это вбрасывание игрок команды «Кулагер». По вбрасываниям 12 против 5 у «Горняка». Переиграли вчистую практически в два раза. На точке игроки команды «Кулагер». Ну, в свою очередь, зато «Горняк» два раза перебросал. Что есть такого очень-очень ценно. Шайба в зоне «Кулагера» остается.
Оскар Юлбарисов. Это нет, это Ханжин. Это Ханжин снова атакует. Селиверстов на месте. Селиверстов 23-летний голкипер, так же, как и Владислав Нурек. Владиславу тоже 23 года. Ну вот что, сейчас можно было атаковать. Почему не решился Шишов на атаку, нам неизвестно. Но, собственно говоря, мог. Менжал Гастраман, Инде Казар Каранздар, Бортон Гастандага Талас, Алгарняктен, Александр Атте Ханжин, Сока Казар Тарда Ханжин, Болада, Брах Болмай Галда, Казар Хайтарда, Осы Соккан, Кулагеры команды с Нойншлары, Каупты Лақтырыс, Назерде, Владислав Нурик, жоғалтып алды шайбаны, бірақ оған көмекші болып шыққан бір ойыншы болды Горняктын құрамасынан. Өте қауіпті Данила Платонов, Шишов. На жерде сақтап қалды Горняк, Васин. Қазір пас беріп жатыр. Данила Платонов болды. Қазір шайбу деп айқалап жатыр. Қазір пас болмай қалды. Қателесті ойыншылар. Горняктан қазір қауіпті лақтырыс. Кім екенін бізге белгісіз. Ал Горняктың қорғанысын біз тамашалап жатырмыз. Айтарлықтай Горняк қысым көрсете білді. Әрине құлагердің да шабуылдары ширақ болуда. Мүмкіндікті өте жақсы пайдалана алады. Қазір төрешілер ысқырғы бола мекен қазір жоқ. Болмай қалды. Мына жерде күш әдісін көрсетіп жатыр құлагер ойыншысы. Ал мына жерде Александр Воронин шайбамен стап қалып жатыр шайбаны. Пас көксіққа бола мекен жоқ. Лагердің қазір шабуылы тағда. Өте ашық хоккей, бірақ болмай жатыр әлі де гол сәттері. Гол сәттері болады, бірақ нәтижесіз лақтырыстар біз көріп жатырмыз. Горняктың еншісінде қазір шайба. Васиндан жоқ, бұл Васин емес, 61-ші номердегі Вайтко. Данил Вайтконың да соққысын біз көрдік. Және 93-ші номердегі Андрей Ривацкий да соққы жасай білді осы бірінші бастапқы минуттарынан. Міне Андрей Ривацкий алдыңызда. Трансдар міне Артем Гарифуллин соққы жасады. Бірақ мына жерде ұстап жатыр Владислав Нурек. Тағы да міне соққы. Міне Ривацкий Андрей соққы жасай білді, бірақ оған көмекші болған қазір Артем Гарифуллин біздің ойымызша. Қазір енгізу нүктесінде 17-ші номердегі Булат Хаматов болды. Кеше де Булат Хаматов енгізу нүктесінде өте жақсы көрсеткіштерге тап болды. Лақтырып жатыр Горняк ойыншылары шайбаны. Проброс қазір болуда. Ал мына жерде қазір Горняк қақпасының алдында шайбаны еңгізеді төрешілер. Ал жаңа келіп жатқан ойыншылар осы құрамада Герман Грачев пен Денис Черевач. Қараңыздар, қазір көптеген лақтырыстар бола мекен. Жоқ, болмайды қазір. Құлагер командасының шабуылы, пас алмасу өте жақсы, бір-бірін көріп жатыр. Ал Горняк қамал қалды. Қазір көксіктен лақтырыс 25-ші бұл Денис Черевач. Соққы тағда 70-ші бұл 76 ма Артем Гарифуллин болды ма соққы жасаған. Құлагер шабуылдап жатыр, сақтап қалып жатыр осы шайбаны осы қонақтардың қожайындардың алаңында. Қауіпті пас алмасу. Мына жерде көксіқтан лақтырыстар бағыштап жатыр құлагер командасы. Қарымта шабуылға қазір аттана мекен жоқ, болмай қалды. Шаршап жатыр мына жерде Горняк ойыншылары. 33-ші номердегі Виталий Шульга бірінші ұжымның ойыншысы. Александр Куршук алдыңызда, бірінші ұжым Горняк құрамасынан да шығып жатыр. Сергей Викторович Неуструев және Максим Андреевич Комиссаров
ақылдасып жатыр бір-бірімен әрине. Ал міне қараңыздар, бір жарым кезең өтті, бірақ ешқандай нәтижелі соққы болмай қалды. Горняк қорғаныста, әрине Горняктың да шабуылдары болады, және нақты қысым көрсете біледі Горняк. Әйтеуір бір-біріне сай болып жатыр екі ұжым. Қараңыздар, қауіпті лақтырыстарды бағыштауда екі жаққа да, бірақ нәтижелі соққылар болмауда. Александр Куршук қазір шайбаға бірінші болып келіп жатыр. Вайтко соққы жасайлам екен, әріптестеріңіз деп жатыр, ешкім жоқ на жерде. Иә, дұрыс, ашық алан пайдалана алмай жатыр қазір. Пас алмасу, Руслан на жерде, Абдуллаев. Сақтап қалды Горняк, көксіптан лақтырыс, бірақ қақпаға тигіз алмай жатыр. Өте жақсы ойын болып жатыр, қызықты ашық алаңда қазір. Руслан Утебаев так қосылып жатыр қазір қақтығысқа. Руслан қауіпті жағдай мына жерде, бірақ Виктор Селиверстов ұстап жатыр. Никита Ляпынов біздің алдымызда, ұстай алмады. Қазір бізде жарнама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Ал жарнамамыз аяқталды. Қазір шайбаны қонақтардың жағында ойнатады. Ал Март үлкісі Руднылық осы Горняк командасының құтқарылым тұмары деп жатырмыз біз. Бізде қазір Владимир Кротов енгізу нүктесінде. Құлагер алып қойып жатыр осы енгізу нүктесінен шайбаны. Шабуылға аттанам екен, жоқ, мына жерде ұшып қалдық. Көксіздіктен лақтырыс жасап жатыр Горняк ойыншылары. Оскар Юлбарисов. Өте жақсы пас, бірақ ешкім болмай қалды ортада. Бәрі де қамалып жатыр мына жаққа Горняк ойыншылары. Ал бізде осы екінші кезеңнің жартысы әлі де бар. 25-ші номердегі Денис Черевач, Владислав Мурек алдымызда болып жатыр. Ал бізде спорттық эмоциялардың бас демеушісі OneXBet компаниясы осы көрсеткіштің серіктесі болып табылады. Қазіргі сәтте барлық футбол әуесқойлары Стамбул ғажайыбы акциясына қатысуға және Чемпиондар Лигасы мен Конференциялар Лигасының матчтарын тамашалауға Стамбулға сапар ұтып алуға бірге мүмкіндікке ие. Толығырақ Instagram OneXBet.kz парақшасында көре аласыз. Ал бізде жалғасып жатыр осы екінші кезең. Бізде Горняктың шабуылы өшіп қалды. Және Құлагер здорово сейчас атаковал. Зрячий такой бросок. Снова наброс на ворота. Нурек на месте. Следит за этой ситуацией. И вот пока что, да, смотрите, у нас вторая половина второго периода. Штайгер на ваших экранах. Но заброшенных шайб мы так и не увидели, что говорит о том, что боятся команды ошибиться, играют наверняка, пока никакие ни другие забросить не могут. Очень ответственно работают в защите, ну и голкиперы сегодня однозначно подтаскивают игру. Таким образом, пока что наши слова о том, что все-таки может сегодня в одну шайбу все завершиться, я о разнице говорю. И, возможно, такой победы, как вчера, не будет ни тех, ни у других. Артем Буб в высоком прессинге от команды Горняк. Здесь уже здорово разбирается Закарлюкин. Ситуация Закарлюкин. Ой-ой-ой, здорово. Опасный момент. И что там, дорогие друзья? Нет, шайба не заброшена.
Ну вот зря, наверное, сейчас Силютин выводит Гарифуллина на эмоции. Этого делать вообще не нужно. Фишка Горняка в дисциплине, а не в распускании рук. Давайте посмотрим за этим моментом. Здорово. Сакарлюкин поиграл в этом моменте. Ну и Гарифуллин дальше уже, конечно же, добивал. Но смотрите, как Сакарлюкин Лазарева обыграл очень здорово. И дальше уже там выплеск адреналина без нарушения правил. В любом случае момент очень и очень хороший. И теперь уже момент в исполнении Кулагера. Кулагер однозначно не уступает сегодня в атакующих действиях Горняку. И те, и другие создают много опасных моментов. Пока реализация у тех и других хромает. Еще один момент. Не то чтобы серьезный, но все-таки. Момент есть момент. Утибаев не успевает к шайбе. Однако Ляпунов тоже мимо себя пропускает. Ханжин сейчас Махамадеева шайбу отбирает. Первый на шайбе Селиверстов. В среднюю зону Никита Ляпунов отвоевывает и ловит Святына. Почти проходит шайба, передача на Хаматова. Руслан Утибаев. Борьба в средней зоне. Череда ошибок в передаче. У тех и у других сейчас есть. Капитан команды Кулагер Калашников атаку начинает своей команды. Здесь Александр Катков, защитник второго звена. Сегодня, как и вчера, Александр, далее уже Оскар Юлбарисов по дальнюю синюю. Хорошая передача от Оскара. Наброс на ворота в надежде, что Кротов поспеет. Но Кротов немного не успевает. Нужно добавить скорости. Святына мощно. Ну, Рек на месте. Вот вам и бросок от синей линии. Проверка на прочность голкипера. Скатов ошибается, но все-таки передачу делает на Кротова. Кротов шайбой. Передача хорошая, опасный момент сейчас мог быть. Оскар Юлбарисов атаковал. Святына. Довольно спокойно сейчас Кулагер играет. Это уже Потапов был. Легкий, несложный наброс на ворота. Юлбарисов перехватывает шайбу. Ревацкий. И опасный момент сейчас у ворот Горняка. Вот вам и перехват Ревацкого сейчас. Штайгер. Ну и не забрасывает в ворота сейчас Кулагер. Вот так Горняк сам себе этот момент привез. Неточная передача и череда опасных моментов сразу же возникает у ворот команды Горняк. Откровенно прощаю сейчас гостей хозяев. Не нужно, конечно же, не нужно ошибаться Горняку в передачах. Видели мы вчера такие ошибки, которые приводили, да, и к заброшенной шайбе, и, собственно говоря, к опасным моментам. Шишов, Платонов. Первое звено у Горняка. Платонов теряет равновесие, но это нарушение правил. Третий раз в этом матче Горняк будет играть в большинстве. 62 номер на ваших экранах. Эдуард Михайлов. Михайлов, который вчера забросил шайбу, ассистировал своим партнерам. Довольно результативный матч для себя провел. Но сейчас за подложку будет наказан малым штрафом. Платонов, Михайлов, Платонов, Михайлов. И вот за это действие. Обсуждать мы его не будем. Факт остается фактом. Третий раз в этом периоде, в этом матче. Реклама. Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Город трудный. 1xbet про хоккей Лига СИМ. Счет матча 0-0. У нас Эдуард Михайлов за подножку присаживается. Третье нарушение правил в этом матче у команды Кулагер. И пока ни одного удаления у команды Горняк. Опасный момент сейчас.
Хороший момент. Иван Гавриленко на ваших экранах. Это именно он атаковал ворота. На месте Виктор Селиверстов. Сегодня действительно большая ответственность на голкипера. По такому матчу Войтко делал передачу. Гавриленко атаковал. Воронин был готов добивать на пятаке. В параллельном матче Орлан Сарарка. Орлан 2-0. Бейбарыс выходит вперед в первом периоде 1-0. Играет Бейбарыс против Алматы. Ну и пока 0-0. Актобе Торпедо. Очень интересная пара. Обязательно будем вас держать в курсе, что происходит в этом противостоянии. Потому что сегодня может, да, Актобе переместиться на четвертое место. С восьмого такой вот спринт у Актобе получается. Но Рек начинает атаку своей команды. Борьба у борта. Выцарапывает ее там Потапов. Но Горняк передачу прерывает. И уже Александр Катков начинает атаку для своей команды. Денис Скатов среднюю зону пересек. В зону соперника заехал. Отдает передачу назад своему партнеру. И нужно сейчас атаковать. Но хороший перехват. Здорово. Кулагер разбирается в этой ситуации. Заезжает в зону Кротов. Дальше партнеру по команде шайбу передачу делает. Это у нас Оскар Юлборисов. Валерий Садиков на синей линии. Наброс на ворота. Подставление не получается у Каткова. И все, атака заглохла. Остается меньше 5 минут. У нас с вами во втором периоде. И момент еще один создается уже силами Оскара Юлборисова сейчас. Пока что наброса на ворота и атаки нет. Оскар Юлборисов борется у борта. И перехват. Хороший момент. И удаление у Горняка. Вот это поворот. Честно скажем, мы этот момент просмотрели. Дархан, как тебе кажется, было удаление или нет? Меноймша болды. Валерий Садиков өзінің таяқшасымен аяқты іліп алды. Сондықтан да қазір айыпталу аймағында Валерий Садиков отырады. Сондықтан да қазір қараңыздар Закар Люкиннің жерде алдау әдісін қолдануда. Қараңыздар, бірақ Валерий Садиков, я дұрыс, қазір таяқшасын қойып қалды. Осы аяқтың астына енді көпшілік жоқ. Тең құрамда 6 секунд ойнайды, содан кейін көпшілік құлагер еншісінде болады. Қараңыздар, қазір құлагер алып қойды шайбаны. 28-ші номердегі Алексей Закар Люкин шайбаны ұстап қалды. 33-ші Виталий Шульга. Ал пас алмасу құлагерде, көпшілік енді құлагер командасында. Қазір соққылар бағыштауда Владислав Нурек құтқарды өзінің қақпасын. Кемшілікте қазір шабуылдап жатыр. Қателік жасады Анатолий Шишов. Құлагердің еншісінде тағы да шайба. Тағы да бастау керек осы шабуылды. Закар Люкин, Тергушкин, кешім сұраймын, Денис. Тағы да пас алмасу. 19-ші бізде Денис Сергушкин екен. Қателестім мен одан бұрынғы сәтте. Закар Люкин 28-ші номердегі ойыншы. Көпшіліктің 50 секунды қалып тұр. Ал құлагер көпшілікті кеше өте жақсы ұйымдастыра білді. Нәтижелі болды бірнеше рет осы көпшілік. Қараңыздар қалай пас алмасуын көрсетуде. 44-ші номердегі Станислав Калашников қауіпті. Владислав Нурек ұстап қалды шайбаны. Мына жерде төбелес болып жатыр екі жақтың да ойыншылары. Бұл бізде Виталий Шульга. Владислав Нурек құтқарып жатыр өзінің қақпасын. Ұстап қалды. Қараңыздар, Калашниковтың басып. Және 76-ші номердегі Артем Гарифуллин. Артем Гарифуллинға Грачев пас берді. Қараңыздар, Герман Грачев. Содан кейін Виталий Шульгамен қақтығыста болды Горняк ойыншысы. Енгізу Горняктың қақпасының алдында.
қауіпті сәттер туындайды қазір. Тағы да соққыға жарап жатқан құлагер болады. Жоқ, мұны жерде пас. Борт арқылы ойнауда. Ал бізде 2 минут 40 секунд қалып тұр осы екінші кезеңнің аяқталуына. Параллельді ойындарды мен сізге қазір айтып беремін қалай болатынын. Ал 0-2 есебімен Арлан алда, Сарыарқа жеңіліп жатыр. Осы сәтте Горняк пен Құлагер 0-0. Ақтөбе Торпедо. Торпедо алда 1-0 есебімен. Қараңыздар, Бейбарыс Алматы басталды ойын. 17-ші минутында әрине қазіргі сәтте 1-0 есебімен Бейбарыс алда келе жатыр. Міне мына жерде қазір қауіпті сырғанау мәнерін көрсетуде 13-ші Павел Анисимов Павел болды. 25 Денис Черевач. Тең құрамда ойнап тұр қазір екі ұжым. Оралды ойынға. Мына жерде қауіпті лақтырыс 17-ші нөмірдегі Болат Хамматов үлгірмей қалды осы лақтырысқа. Көксіқтан бағыштап жатыр. Құлагер ойыншылары. Ал бізде пас алмасу, пас болмай қалды қазір. Ештеме болмады, өзі құлап жатыр. Құлагер ойыншысы шығарды әйтеуір әрең дегенде Горняк шайбаны өз алаңынан. Пас өте жақсы қабылдап жатыр 97-ші нөмірдегі бұл бізде 91-ші Герман Грачев. Пас алмасу тағы да. Станислав Калашников 44-ші нөмірдегі. Алексей Закарлюкин. Пас алмасу Горнякта. Қазір Горняк еншісінде болды шайба, бірақ құлагер тез арада алып қойып жатыр. Есеп 0-0. Аяқтала ма екен осылай осы ойын? Қараңыздар, 91-ші бұл Герман Грачев соққы жасады. Соққыны қайтарған Владислав Нурек. Закарлюкин да жатып қалып жатыр осы мұз алаңында. Не болып қалды екен қазір? Грачев соққы жасады және Закарлюкин келіп қалды. Ал бізде қазір келесі ойын бізде Горняк пен Торпедоның ойыны болады. Горняк Торпедомен осы таяқтарын түйістіреді 20-шы желтоқсанда. Біз айтып жатырмыз. Тағы да құлагердің еншісінде бола ма екен қазір шайба? Жоқ, Горняктың Оскар Юлбарисов атты ойыншысы. Шайба алаңнан шығып кетті. Тағы да шайбаны қазір осы Горняктың алаңында ойнатады. Ал көп өзгерістер жасамаған Израилевич Нуриев сәл ғана 1-2 ойыншыны алмастырды. Содан кейін бастапқы кешегі құрама сол қалпында қалды. Мына жерде қауіпті лақтырыс. Владислав Нуриктің позициясы мықты болды. Тағы да пас. Горняк Катков атты ойыншысы қателесті. Қауіпті лақтырыстар бола ма екен? 19-шы нөмірдегі Денис Сергушкин кіріп жатыр алаңға. 3-шы нөмірдегі ойыншы Глеб Штайгер. Ал енді бізде екінші кезең аяқталды. Есеп 0-0. Қақтығыс өте тығыз болып жатыр. Ережені бұзап жатқан Құлагер командасында және Горняк командасында ойыншылар отырып келді осы екінші кезеңде. Айыпталу аймағында, ал бірінші кезеңде тек қана Құлагер командасы. Есеп 0-0, ал енді біз қазір үшінші кезеңде сізбен бірге кездесеміз. Thank you.
С нами защитник команды «Горняк» Александр Катков. Саш, ну вот смотри, очень прибавили вы сегодня, практически все получается, но нет заброшенных шайб. С чем связано? Команда соперника играет плотно, немножко трудновато нам в завершении, но думаю, успех придет, мы работаем над этим. Вчерашняя игра, сегодняшняя, поразительная дисциплинированность, практически вообще не удаляетесь. Это установка тренера или ну вот игра просто получается? Установка тренера, и с ребятами поговорили, договорились, будем играть строго, стараться без ошибок. Создаете много опасных моментов у ворот. Вот отсутствие заброшенных шайб, нервничаете или настолько хорошо защищается соперник? Им просто везет. Сейчас забьем. Хорошо, Саш, большое спасибо. С нами был игрок команды «Горняк» Александр Катков. Впереди третий период. Оставайтесь с нами.
давайте начнем это делать. О, Лига Казахстана, let's go, let's do it. Ну и вот тут, опять же, с самого начала все это дело пошло, да, хорошего. Второй номер здесь безусловен был в этом моменте. Ну и следом, как вы помните, тоже будет сейчас интересный гол, что пятый. Было тоже очень хорошо, да, мы видели. Вот с другого ракурса и здесь. Да, ну вот так вот брать непонятно. Да, хорошо, от борта, еще один розыгрыш, отличная, отличная работа, вот тут смотрим мы, первый номер разрядился, ну там уже за предел площадки вышло, много моментов, еще раз там показывают, все это, конечно, было в этой игре очень насыщенно, игра была нисколько не вязкой, да, очень много пространства друг другу давали игроки для атак, и этим пользовались, и вот здесь, кстати, опасный момент был. Сейчас, как вы видели, там внимание старал. 17 номер. Воробьев на выходе. Клочков вообще здесь старался этот момент закрыть. Но мы видим тоже работу вратаря. И на месте они сегодня не стояли. Здесь было много работы. Вот он, еще один подход. Ну, здесь в основном, да, хайлайты Бибарыса. Но у меня к вам, конечно, как зрителям, один вопрос. Я уверяю вас, что самые крутые фэны здесь остались. Что вы скажете по игре? Какой хороший момент. Повтор, да? Еще раз смотрим, как он закрывается. Эта шайба вовнутрь, она уже вылетела. И потом, уже начали гадать о том, что ногой. Ну что ж, вот так в целом потом продолжились. 9 номер. Мы увидим голы Алматы, конечно. Здесь болельщики Алматы не настолько расстроены, чтобы не посмотреть самое вкусное. Десерт, хайлайты. Ну, это 79 номер сегодня. Кеннеди Данилов. Ну как без него? Почему? Так вот кто скажет, посмотрите, что за боулинг устроили сейчас на ворота. Это был Кеннеди. И Нурлан Алдияр они сделали. Я еще раз напоминаю, что... Лимитчик, я вижу, числится у меня в заявке, и это был дебют, и посмотрите, какой хороший выход. Ну, тут, конечно, Данила Пенези был в кураже, и до этого предыдущий гол ассистировал, и 52-й номер сегодня побаловался хоккеем, а этой передачей просто возмутил, я думаю, всех соперников. Да, здесь Степанов просто хорош, наякал его, и я, если так, такого подбора немножко пришалел, думаю, вот так-так, ничего себе. И 16 номер сходу нам показывает момент свой, Кожевников Егор, ну это пушка, этот человек умеет забивать, и вот он это укладывает спать в ворота, все, это действительно факт. И здесь еще один момент от борта, тоже довольно было интересно и хорошо оформлено все, но снова атака за атакой. Какие-то вопросы есть по реализации. Еще раз 16 номер передача за... Ну, да, седьмой номер. Ну, вообще было перестрелка. Хорошая игра была, да. Пишите, вижу. Комментарии я тоже ваши вижу. Молодцы, молодцы. В следующий раз зовите всех своих близких. Помните, да, что завтра у нас будет игра. И туда надо обязательно прийти. На площадке не может сразу на арену, точнее, на онлайн там заряжать. И еще один момент. 6-7. Монахов. Мы видели, Алексей, моменты уже здесь, кстати, где я уже пролонгировал, что возможности голы будут в таком распаде. И вот все, раз, Лином, отрабатывает вар, просто зверь, и Борис, ну, Роман, ну, конечно, ад хорошо отработал, и Алматы действительно предлагали много. Один еще из моментов, вот так все это дело закончилось, подошло к концу. Это была битва за Бибарысом, но завтра будет еще одна, и там будет уже реванш. Ну а вот что касаемо статистики, ну и статистика нам говорит, что по большому счету, ну, перебросал Бибарыс определенно точно, вбрасываний больше выиграл. Ну, 43-16 бросков, сами понимаете, по вбрасываниям тоже взяли контроль. 41-28, приличнейший процент, да, ну и опять же, пауэрплей у нас по одному здесь равно. И
кажется, что еще и по штрафам более, да, и Барыса, нет, и статистика, конечно, говорит о счете здесь, кто не бросает, тот не забивает, одно простое правило, их нету, поэтому посмотрим, как будут в следующей игре бросать, и Барыс Алматы, я прощаюсь с вами до завтра, напомню, что сегодня трансляцию для вас проводил Кадырбаев Ислам и Зимин Василий, я надеюсь, вам понравилось, завтра мы еще раз с вами услышимся, пока-пока, до встречи. No need to ask, he's a smooth operator. Статистика сіздің алдыңызда, Горняк пен Кулагердің қақтығысы бізде, 15 лақтырыс Кулагер жасай білді екінші кезеңде, жалпы екі кезеңді салыстырсақ, 22-23 лақтырыс көрсеткіші, ал енді енгізу нүктесінде Кулагер командасының басымдығы айқын болып жатыр, екінші кезеңде 12 лақтырысты ұтқан Кулагер, ал үш қана Горняк командасы жалпы енгізу нүктесінде 24-30 Кулагер еншісінде, ал штрафтық минуттарын әрине бізде Кулагер командасы 3 рет айыпталу аймағында отырды, сондықтан да 6 минуттық айыпталу уақыты бар бізде қазір. Енді біз күтеміз күрешілер алқасын, бізде қазір барлық ойыншыларда дайын болып жатыр, бестіктер шығып жатыр. Қақпада бізде өзгерістер жоқ. Виктор Селиверстов бізде қақпада. Кулагер командасының құрамында, ал Горняктың қақпасын қорғап жатқан Владислав Нурек кешеде ойын көрсеткен. Енді көпшілікте кемшілікте гол соғылған жоқ. Мына жерде Алексей Закарлюкин шығып жатыр. 28-ші номердегі бірінші ұжым шығуда
Кулагер командасының сапынан. Ал бізде есеп 0-0 болып жатыр. Айтарлықтай бірінші кезеңді басымдылықпен өткізген Горняк ұжымын біз көрдік. Көп деген лақтырыстарды жасаған Горняк командасы. Ал қараңыздар, 16 лақтырыс, 8 ғана Кулагер. Ал екінші кезеңде 15 лақтырыс Кулагер командасы жасап жатыр. 6 ғана Горняк командасы. Сондықтан да Кулагердің басымдылығы айқын болды осы екінші кезеңде. Көптеген лақтырыстарды 76-шы номердегі Артем Гарифуллин, Герман Грачев, Андрей Ревацкий атты ойыншылар, Виталий Шульгада соққы жасаған Денис Череваевич, ал Горняк құрамасынан Оскар Юлбарисов, әрине Данил Вайтко және Руслан Абдуллаевтың да мүмкіндігі болды жекпе-жекке шығуға қақпашымен Виктор Селиверстовпен, бірақ оған кедергі жасаған артынан келіп жатқан қорғаушы кедергі жасады. OneXBet Pro Hockey Лигасын біз тамашалап жатырмыз. Мына жерде қауіпті жағдай, неге тез арада соққы жасаған жоқ? Мына жерде 28-ші номердегі Владимир Кротов. Оскар Юлбарисов қазір шығып жатыр ассистент ретінде. Кротов тағы да шайбамен. Өте жақсы Ханжин. Ханжиннің Денис Скатовқа пасын біз көрдік. Сақтап қалды Горняк қонақтардың алаңында. Міне мына жақ осы ғана шығарып жатқан сәтін біз көріп жатырмыз. Данила Платонов қазір қауіпті пас алмасу қақпаның алдында. Мына жерде Владислав Нурик ядрус қақпаның алдында бізде тұрақты позиция алуда. Шайбаны Кулагер командасы алып қойып жатыр. Пас алмасу. Мына жерде қауіпті гол. Кулагер командасы гол соғып жатыр. 10-шы номердегі Никита Потапов голды соқты. Қателік жасап жатқан қараңыздар алып қойды. Және өзі Александр Ханжиннің пасы Филипп Сватына болады қазір ассистент ретінде. Бірақ Александр Ханжиннің қателігі болды. Қараңыздар. Ал гол сайтын тағы да бізге көрсетіп тұр. Никита Потапов гол соғуда. Есеп ашылды. Әйтеуір осы үшінші ғана кезеңде айтарлықтай тең ойын болды. Бірақ Лагердің осы гол сәті туындады үшінші кезеңде. Енді есеп 0-1. Кулагер командасы алда. Тағы да Горняк командасы қалып қойып жатыр есеп шөт жағынан. Қараңыздар, Кулагер командасы қосып жатыр ширақ өзінің шабуылын. Горняк қорғаныстан қазір шығады шабуылға. Ал бізде OneXBet компаниясы осы еліктірер көрсетілімінің серіктесі. Сайтқа тіркеліп, бірінші депозитке 200 мың теңге дейін 200 бонус ал, ойна және қызықты эмоцияларды ал. OneXBet Pro Hockey Лигасы Горняк пен Кулагердің қақтығысы. Голды соққан Никита Потапов, ал Владислав Нурик ештеме істей алмады осы соққыға. Артем Гарифуллин тұрып жатыр осы демалу орындықта. Ляпунов Лагердің аймағында қазір еңгізеді осы шайбаны. Тағда шайба шығып қалды алаңнан. Тағда лақтыр жасап жатыр 62-ші номердегі Эдуард Михайлов. Кеше Эдуард Михайлов соңғы голды соққан болатын. 5-3 есепті орнатты Эдуард Михайлов. 62-ші номердегі ойыншы. Тағда Валерий Садиков. Тағда қауіпті жағдай туындап жатыр Горняктың алаңында, қақпасының алдында да. Татков қатал ойын көрсетуде. Пас алмасу. Горняк шығады қазір өзінің алаңынан. Пас Руслан Абдуллаевқа. Руслан Абдуллаев борт арқылы ойнау.
Назерде Виктор Селиверстов так косылып жатыр ойынға. Пас алмасу, Кулагер командасының пасы өте жақсы. Тағда Владислав Нурик қарды. 28-ші номердегі Алексей Закарлюкин соққы жасаған. Ал Артем Гарифулин осы ассистент ретінде шыққан осы соққыда. Бірақ нәтижесіз болып жатыр. Қараңыздар, Артем Гарифулин және Закарлюкин соққы жасауда. Бірінші ұжымның нәтижелі шабуылы, қараңыздар, тағы да мүмкіндік пайда болып жатыр. Құлагердің шабуылдары нақты болып жатыр. Ал Горняк болса, осы Виктор Селиверстовтың қақпасына жақындай алмай жатыр. Потапов, Святына, Хаматов, Болат Хаматов та жазып жатыр. Осы ассистент ретінде Потаповқа. Потапов голдың авторы, тағы да атап кетейін. Осы үшінші кезең басталғалы Құлагер командасының Ширақ шабуылы. Пас алмасу Оскар Илбарисов. OneXBet Pro Hockey Лигасы. Параллельді ойындарды қазір атап кетеміз біз. Оскар Илбарисов қазір шайбамен. Шайбамен. Енді соққы Селиверстов орнында. Виктор Селиверстов ұстап жатыр осы соққыны. Ал параллельді ойын Сарарқа мен Арлан. Арлан басымдықты көрсетіп жатыр. 1-2 есеппен женіп жатыр осы үшінші кезеңді. Енді бізде Ақтөбе мен Торпедоның қақтығысы басталған болады. Бірақ нәтижесіз болып жатыр қазіргі кезде. Енді тағы қақтығыс Құлагердің алаңында сақтап қалды. Қазір қауіпті лақтырыс бола ма екен? Платонов па бұл? Жоқ. Тағы да соққы 25-ші номердегі Виктор Васин қауіпті соққыларды жасауда. Өте жақсы пас алмасуды көрсетті, бірақ шығарды әйтеуір шайбаны Құлагер. Петропавл ойыншылары 15 минут 50 секунд қалып тұр. Иван Канышев аттануда қазір демалысқа. Сіздің алдыңызда Ильгиз Равильевич Нуриев. Көптеген өзгерістер біз айтып жатырмыз осы ойынға енгізген жоқ. Өйткені кешегі ойыннан кейін жеңіске жеткеннен кейін әрине осы ойыншылар бір-бірімен өте жақсы қарым-қатынаста болуда. Сондықтан да ешқандай өзгерістер енгізген жоқ. Бізде Александр Воронин енгізу нүктесінде болып жатыр. Ал бізде мүмкін қазір Горняк командасы есепті теңестіре алса овертайм кезеңін біз көреміз. Өйткені бүгін біз айтып жатырмыз, мен әріптесім екеуміз, өте тығыз ойын болады. Қараңыздар, Горняк командасының Катков соққы, Селиверстов оп-онай ұстап жатыр. Осы лақтырыстарды Александр Катков бағыштады көксіктен. Виктор Селиверстов алдымызда болды. Қараңызда тағы да тамаша көрініс. Катков соққы, Виктор Селиверстов алып жатыр. Үлгірмей қалды Катковтың да жойқын соққысы. Нақты стауда Виктор Селиверстов. Ешқандай қайтара соққыны жасай алмайды Горняк ойыншылары. Өйткені нақты стауда тағы да қауіпті лақтырыс жасаған бізде Виктор Александр Воронин. Кешірім сұраймын. Құлагер алып қойды шайбаны. Тағы да пас алмасу. Закарлюкин соққы. Тексеріп жатыр Владислав Нурикті. Әрбір соққымен Закарлюкин. Тағы да пас алмасу болам екен Горнякта. Өте жақсы Данил Вайтко соққы жасады. Қарымта шабуыл, жеке шығып жатыр Ханжин. Тағы да қазір гол сәтін пайдалана алмады
Он еще номер Диего, где Павел Анисимов. Ну а Сергей, твое мнение, очень близкая игра, и возможно, если Горняк сравняет, ну, будет маленький счет, я так думаю. В этом Горняк, собственно говоря, он ну просто наиграл на эту шайбу, пока, да, откровенно не везет, не залетает она в ворота. Но моменты, которые Горняк создает, они опасны. Не только вот Виктор Селиверстов. Сейчас единственная преграда на пути к победе Горняка. В принципе, это логично. Недаром он голкипер. Но в любом случае моменты Горняк создает. И вот заброшенная шайба уже есть в этом матче. Это Кулагер. И, собственно говоря, Никита Потапов ее автор. Вчера Никита Потапов был ассистентом третьей заброшенной шайбы. Филипп Святына и Булат Каматов помогли Потапову своими хорошими действиями, благодаря чему Никита Потапов забросил шайбу. Но вот Святына вчера был такой злой гений. Да, именно Филипп Святына сделал победную шайбу, забросил победную шайбу. Эдуард Михайлов ему в этом ассистировал. Это была четвертая шайба для команды Кулагер. Ну и Булат Каматов, который вчера также ассистировал во второй заброшенной шайбе для команды Кулагер. Таким образом, пока да, вчерашние лидеры вчерашнего матча сегодня также делают разницу в счете. Руслан Утебаев на ваших экранах. После этого матча Кулагер поедет к себе домой в город Петропавловск, где будет принимать заключительные для этого календарного года матчи. Будет принимать Торпедо 24 и 25 декабря. У Горняка турнир будет продолжен, и будет он побольше, нежели у команды Кулагер. Горняк 20 и 21 на своем льду примет Торпедо, после чего 26 и 27 будет принимать Иртыш. Таким образом, 23 год Горняк закончит дома, так же, как и Кулагер. В параллельных матчах ситуация следующая. Третий период Орлан Сыр-Арка 2-1. Первый период идет Торпедо Актобе. Торпедо 2-0 впереди. Ну и Бибарыс Алматы. Первый период 1-1. Таким образом продолжается наш игровой день. Абсолютно не закончен. Будет небольшой перерыв Пролиги до 20 числа. Единственный матч 20 декабря будет — это Горняк-Торпедо. Матч начнется в 19.00. Да, смотрите. Наша трансляция на телеканале Инспорт. Подписывайтесь, будьте в курсе событий не только хоккея, но и других видов спорта. Компания Linksbet — партнер этой трансляции. Регистрируйся на сайте, получай 200-й бонус на первый депозит до 200 тысяч тенге. Играй, получай увлекательные эмоции вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компании 1xbet. Атака силами Грачева. Грачев шайбу теряет. Данила Платонов прессингует игрока команды Кулагер. Ну и что там? Возмущаются зрители сейчас. О чем-то с главным судьей разговаривает Эдуард Михайлов. Ну и Виссарионович Нуриев серьезен. Прекрасно понимает, что преимущество в одну шайбу — это очень и очень мало. На точке вбрасывания у нас с вами Александр Воронин, 99 номер и номер 17. Булат Хаматов. По вбрасываниям, если брать сумму двух периодов, 24 вбрасывания выигранных у Кулагера, 8 у команды Горняк. Во втором периоде опасный момент сейчас, здорово. Хорошая атака в исполнении Дмитрия Селютина. Селиверстов на месте. Так вот, по вбрасываниям второго периода всего 3 вбрасывания во втором периоде Горняк выиграл, 12 вбрасываний выиграл Кулагер. У нас с вами реклама. We'll be right back.
Химия бізді барлық жерде қоршайды. Құрылыс материалдары, жоғыш заттар, дәрі-дәрмектер, тамақ консерванттары. Химиясыз прогресс қана емес. Сонымен бірге қарапайым таныс өмір де мүмкін емес. Тіпті ойлау процесі мәні бойынша химия. Қазмұнайхим. Инновация игілік үшін. Город Рудный, Горняк-Арена. Продолжаем наблюдать за противостоянием двух команд, Горняк и Кулагер. Серьезные лица зрителей, понятно, переживают за свою команду, тем более, что уступает Горняк по ходу третьего периода. 1-0. Кулагер впереди. Селиверстов принимает решение остановить сейчас игру. Абсолютно правильное решение. Потому как ряд игроков команды Горняк были на пятаке. А именно Селютина здесь мы видим с шайбой. Именно он атаковал. Далее Войтко. Воронин. Евацкий от Кулагера. Воронин от Горняка. И сразу же наброс на ворота. Здорово. Сейчас после выигранного вбрасывания Сергей Лазарев распорядился шайбой. Сразу же атаковал. Не стал ничего выдумывать. Не хватает нам таких вот быстрых атак от Горняка. Как правило, стараются игроки команды Горняк разыгрывать прям, ну вот, до верного. Зарифулин. И здесь момент еще от Закара Люкина. Здорово. Гарифулин увидел своего партнера. Сделал хорошую передачу. Закар Люкин мог зарешать. Но это уже ответная атака от команды Горняк. И здесь Катков. Мощно, но не результативно. Абдулаев. Брасов не выигрывает. Александр Ханжин заходит в зону. Теряет шайбу. И уже Кулагер с шайбой в средней зоне. Однако также ее теряет. Оскар Юлбарисов по борту на партнера. Абдулаев там ее выцарапывает. Однако борьба продолжается. Ляпунов там борется против Шульги. Теперь уже Куршук, капитан команды. Снова Никита Ляпунов. И пока в этой дуэли выходит победитель Виталий Шульга, защитник первого звена. Хороший перехват от Горняка. Опасный момент сейчас. Ну и Юлбарисов мог сравнять счет. Однако там шайба была заблокирована. Бросок Юлбарисова был заблокирован. Оскар по-прежнему в атаке. Хороший перехват от Юлбарисова. Катков. Несильный бросок, наброс на ворота от Александра получился. Бегут вперед игроки команды Кулагер. Прекрасно все понимают. Хороший перехват от Анисимова. И Нурек здесь выловить шайбу не смог. Опасный момент сейчас у ворот команды Горняк. Опасен был на пятаке Горняка Булат Хаматов. Атака Кулагера продолжается. Здорово сейчас Оскал Юрбалысов обокрал соперника. Самостоятельно зашел в зону. Заблокирован бросок Оскара Юлбарисова. Болельщики гонят свою команду вперед. Лазарев в высоком прессинге от Горняка. Остальные поехали делать сменку. Хороший розыгрыш. Заблокировал бросок Гавриленко. Горняк. Ну и здесь уже Шишов. Шишов атакует. Анатолий Шишов. Данила Платонов с шайбой. Долго Платонов ищет адресата для передачи. Время неумолимо уходит. Васин привез шайбу в свою зону. Здесь уже Гавриленко там поборолся у борта. Но Кулагер пока что силами Сергушкина. Закара Люкина видим и у борта. Конечно же, Глеб Штайгер там.
Ну вот Закар Леукин, здорово отсек сейчас Гавриленко. Гарифуллин подключился к этой борьбе. На пятаке никого от команды Кулагер нет. Идет борьба у борта. Без нарушений правил сейчас действует Горняк. Жалғастырамыз. Горняктың шабуылын біз қазір тамашалаймыз. Көптеген лақтырыстар Құлагер командасынан да, Горняк командасынан да шығып жатыр. Бірақ нәтижелі соққылар бармай жатыр. Горняк әрине есепті теңестіруге ұмтылыс жасауда. Вайтко қазір шайбаны басқарып жатыр. Вайтконың пасы бармай қалды қазір. Қарташа бұл үшінші номердегі Глеб Штайгер ұмтылыс жасады. Горняктың шабуылы қазір. Өте жақсы пас. Вайтко соққы жасай білді. Осылай Горняққа лақтыр жасау керек. Қараңыздар, мүмкіндік пайда болады. Бірақ бүгін Виктор Селиверстов нақты ойнауда. Қараңыздар, құрғақ есеппен осы ойында аяқтаймын деген ниетін көрсетуде. Қараңыздар, Вайтконың лақтырысы тағы да жақсы бізге көрсетіндерді көрсетуде. Сергей, на моё мнение, что Виктор Селиверстов играет очень надежно, очень не дает никаких возможностей на добивание на пятаке. Да, однозначно, я уже говорил, что однозначно Виктор Селиверстов сегодня, ну вот, если игра закончится в таком ключе, сегодня номер один топ команды. Однозначно, понятно, что и партнеры по команде ему помогали, но во многом благодаря ему однозначно сегодня счет такой, какой он есть. Ну и давайте посмотрим статистику. Всего 6 бросков было в створ ворот команды Кулагер во втором периоде. А если говорить о первом, то там было 16. То есть, да, второй период такой для Селиверстова был, ну, более лайтовый, нежели у Владислава Нурек. Я дұрыс, мен әріптесім өте жақсы айтып берді қазір осы қақпашының ойынын. Әрине, осы матч аяқталса осылай құрақ есеппен Виктор Селиверстовқа, онда өте жақсы үздік ойыншы болып атануға, осы матчтың үздік ойыншыға атануға лайықты болып жатыр бізде Виктор Селиверстов. Прохоккей лигасын біз тамашалап жатырмыз. Бізге ескертіп жатыр қазіргі кезде осы жарнама шағын ғана. Ал OneXBet Прохоккей лигасы біздің көрсетілімнің серіктесі болып саналады. Кулагер командасының ойыншылары шайбаны лақтырып жатыр. Қақпаға 8 минут 30 секунд қалуда. Серкушкин аттанып жатыр қазір. Денис демалысқа. Ильгиз Равильевич Нуриев бәрін түсініп отыр, сондықтан да өзінің шәкірттерін қуып жатыр шабуылға. Өйткені есеп әлі де, қалай айтсақ, нәзік болып тұр. Осы соңғы минуттарын әрине Горняк өте ширақ өткізеді. Мүмкін Сергей Викторович Неструев Владислав Нурикті да алып тастауға мәжбүр болады. Өйткені әрине овертайм кезеңіне кіргіземіз деп осы лақтырыстарды жасауға мүмкіндік болады. Ал бізде Кулагер командасы алып қойды шайбаны. Көптеген лақтырыстарды бағыттап жатыр Кулагер командасы. Екінші кезеңде де көпшілік Горнякта болса да, бірақ Кулагер соққы жағынан лақтырыстарды көп лақтырды. Ал біз қазір көрейікші екінші кезеңде. Айтарлықтай өте жақсы Кулагер командасы. Катков қазір шайбамен. Өте жақсы, бірақ ешкім жоқ осы қақпаның нүктесінде. Барлығы да қорғаныста. Қазір қараңыздар, тағы да соққы. Да, Сергей, никого не оказалось на пятаке. И мы не понимаем, как это происходит. Александр Катков здорово набросил на этот, так скажем, пятак вратарский. Но почему-то игроки Горняка находятся все возле синей линии. Ну, потому что Горняк понимает, что он проигрывает. И разница в две шайбы – это смерти подобно.
Поэтому они выбирают сейчас больше тактику надежности. И вперед всеми силами еще не бегут, потому что для этого будет время. И ошибись сейчас в нападении, получи контратаку, пропусти шайбу, но это все. По такой игре две шайбы это очень много, поэтому где-то на подсознании держится этот результат, опасный момент сейчас. И в свою очередь один или два игрока вот последний, да, в последнее время только у Горняка в нападении. Я Данила Платонов, қазір болды сәті. Енді флагер командасының 19-шы номердегі Денис Сергушкин атты ойыншысы лақтыр жасады. Қазір болмай қалды шабуыл. Горняк құрамасынан Данила Платонов тағы да шайбаны өзінің әріптестеріне беруде. Селютин қозғалып жатыр. Лақтыр жасады. Қақпа бағытына әрине шабуылдауға көпсіктан қазір. Бізде Александр Воронин ба бұл болды. Я Воронин қазір қақтығыста болып жатыр. Тағы да ешкім жоқ. Міне Александр Воронин лақтыр жасады. Ешкім жоқ болып жатыр қазіргі кезде. Қараңыздар 48-ші номердегі ойыншы Иван Гавриленко. Кешегі ойында ойнаған жоқ Гавриленко. Бірақ бүгінде біз осы есімді атамаймыз. Көзге түспейді осы ойыншы. Кім болып бірінші болады қазір? Горняк бірінші. Пас алмасу. Воронин қабылдай алмады осы пасты. Алып қойып жатыр Сергей Лазарев. Уақыт азайып барады. Горняк есепті теңестіре ала ма екен құрметті жанкүйерлер? Өздерінің пікірлерін жазыңыздар. Қалай болатын екен қазір. Енді бізде пас алмасу. Құлагер командасы уақытты созуда. Уақыт құлагер командасының бағына қорап. Тағы да соққы. Міне қараңыздар орта шебінен Булат Хамматов лақтыр жасаған 17-ші номердегі ойыншы. Ал құлагер командасы қараңыздар соңғы 4 ойынын жеңіске жеткізді. Намат командасын ойсыратты және Сарыарқа командасын 2 рет жеңді. Және қараңыздар кешегі ойында да 4 ойын тоқтамастан дейміз біз үзілмей 4 ойындық сериясын ұтып жатыр құлагер команда. Сондықтан да өте жақсы формада келіп жатыр. Өте жақсы физикалық деген. Ал енді Валерий Садиков шығарып жатыр. Оскар Юлбарисов өте жақсы алдап кетті. Оскар Юлбарисов соққы жасайды қазір, бірақ пас беруге мүмкіндік болатын шығар. Скатов соққы жоқ. Виктор Селиверстов нақты ұстап тұр. Осы лақтырысты қараңыздар. Ну и, Сергей, смотри, я смотрю, что во втором периоде было нарушение от Валерия Садикова и Эдуарда Михайлова. Обменялись они, так скажем, двумя штрафными, ну, большинством, да, обменялись. Но в итоге 16 досков имеет в своем активе Кулагер. Поддавливает Кулагер. Кулагер находится на хорошем подъеме. Четвертая вчера игра была выиграна. Беспроигрышная серия продолжается. Ну и сегодня мы видим, что стремление Кулагера очень хорошее. Однозначно коллектив Ильгиза Равильевича Нуриева удивляет, потому когда были они определенный период времени, не шла игра у них, они проигрывали. Такая вот история с ними случилась. Но вот сейчас, да, в самых таких важных для себя матчах они набирают регулярно очки. И серия у них действительно, как ты подметил, продолжается пока. Ну вот Горняк... Да, немного свои позиции теряет. Куршук! Ну вот затянул паузу сейчас. Надо было раньше Александру атаковать. Ну ему, конечно, как говорится, виднее. Контратака. Контратака от команды Кулагер. Не получается. Здорово отработал в защите сейчас Горняк. И да, Горняку, конечно же, нужны победы. Любой команде нужны победы. Ну и Горняк не исключение. Но Горняк старается. Горняк создает множество моментов сегодня. И бросают, и набрасывают, и на ворота наседают. Не идет шайба, не идет ворота. И вот одна из причин, один из виновников того, что шайба не заброшена у Горняка, конечно же, Виктор Селиверстов. Платонов атаковал, Селиверстов на месте. Возможно, нужно Горняку стараться атаковать издалека, чтобы попробовать забросить на отскоках. Такая тактика вчера вот у Кулагера проходила. Да? Набрасывали на ворота, дальше подставляли, ну и проверяли. Мало ли что, как говорится, да? В такой ситуации, когда
с близкого расстояния не идет. Возможно, нужно попробовать издалека. Как вот Александр Катков, например, да, атаковал. Как бы, ну, понятно, что на месте был Селиверстов, но момент считается, засчитан. Скатов, да, тоже издали бросал. Хороший момент сейчас. Мощно Силютин атакует. Продолжается атака Горняка. 4 минуты, да, остается 4 минуты. Теперь уже чуть меньше 4 минут. Ну и нужно что-то, конечно же, придумывать. Переводить игру в овертайм. Как минимум, как максимум забросить 2 под завершение третьего периода. Видимо, да? Вайтко переживает сейчас. Понятно, Данил сегодня старается. Ну вот. Что такое не везет? И как с этим бороться? Сергей Честруев, главный тренер команды «Горняк». Юл Борисов против Ревацкого. Ревацкий брасывание выигрывает. Скатов здорово шайбу поймал, однако справиться с ней не смог. Здесь уже первый на шайбе Михайлов. Скатов против него действует. Довольно успешно подключается партнер по команде Кротов. Скатов-Кротов. Без нарушений правил Кротов на льду оказывается сейчас. Проброс. Вернется игра в зону команды. Блогер Валерий Садиков. Был несколько игр капитаном команды. Пока не было Александра Куршука. Сегодня капитан вернулся. Что, безусловно, да, придает уверенности команды. Скатов. Вот момент, о котором я говорил ранее, что издалека пробуют атаковать игроки команды «Горняк». Возможно, да, найдут они в этом смысл игры. Садиков под дальнюю синюю. Хороший момент сейчас. Но первый на шайбе был игрок команды «Кулагер». Нужно сейчас поработать. Хороший перехват. Здорово сейчас. И момент создает Герман Грачев. Грачев здорово перехватил. И даже провел хорошую атаку. Ну, шайбу не забросил. В любом случае момент создал неплохой. Меньше 3 минут сейчас остается. В параллельных матчах у нас ситуация следующая. Орлан также впереди с РРТ 2-1. Торпеда также 2-0. Второй период. И Бейбарыс Алматы 1-1. Вайтко сейчас общается с Черевач. Денис Черевач. Данил Вайтко. Все, конечно же, в рамках правил. Обыкновенное общение имеет место быть в матче. Довольно дисциплинированно действуют игроки и вчера, и сегодня. Горняк в первом периоде вообще не удалялся. И во втором периоде по разу, да, удалились и другие. На игре это никак не сказалось. В третьем периоде пока вот команды вообще не удаляются. Прекрасно понимают они, что это может привести к самым плачевным событием. Тем более, что остается сыграть не так много времени до завершения третьего периода. Но вот есть ощущение, что все-таки не матча. Горняк на шайбу наиграл и не на одну. Другое дело, что не забросил, но старается настолько, насколько хватает сил. Силютин там борется у борта. Против него Черевач. Атаковать нужно Горняку сейчас. Последние 2 минуты третьего периода. Лазарев дальше за воротом. Покинет ли створ ворот Владислав Нурек? Скоро узнаем. Оскар Юлборисов отдавал передачу игроку, который поехал на смену. Оскар шайбой. И такие игроки команды «Горняк». Однако шайба не заброшена. Покидает зону «Кулагера». Всеми силами сейчас «Горняк»
обороняется. Тайм-аут берет команда «Горняк». Это очень логично. Сейчас будет финальный штурм однозначно в исполнении игроков команды «Горняк». Нурек будет ли заменен? Ну, есть большая доля вероятности, что да. Знаем, что «Горняк» команда с характером. Однозначно будет сейчас биться, вырывать. Кровью и потом, как говорится, по хоккейному. Нужно забросить. И Савелий Штуриев, наоборот, объясняет, что да, поспокойнее, без нарушений правил. Нужно сработать сейчас, отзащищаться. Да, Нурек скоро ворот покидает. Ну и, как говорится, развязка этого матча. Воронин на точке выбрасывания от команды «Горняк» и Ревацкий от команды «Кулагер». Очередная микродуэль, очень важная ситуация. Воронин шайбу выигрызает сейчас. Нужно сразу же атаковать, не терять шайбу. Как говорится, все на фронт, все для победы сейчас. «Горняк» не совсем удачно, но тем не менее Войтко с шайбой. Борьба у борта. Ревацкий, видим, там Воронин, Потапов. Нужно атаковать, нужно атаковать. Мало того, что владеть шайбой, так еще и стараться атаковать. На пятаке только один Воронин от команды «Горняк». Сейчас он от пятачка уехал и борется у борта. Вязкая борьба на пятак, там никого нет. Войтко, момент хороший. Но таких моментов нужно больше, если «Горняк» собирается побеждать. Снова Войтко, снова наброс на ворота. Штурм от «Горняка» сейчас во всей красе. Снова Войтко, Войтко мощно ловит шайбу на себя игрок команды «Кулагер». Это 70-й, а 10-й номер, да, Потапов поймал на себя бросок. Войтко очень мощный был. Видели, как Потапов там прихрамывает. Досталось ему сейчас. Понятно, что есть защитное снаряжение, но факт остается фактом. Нелегко в этом моменте пришлось Никите Потапову. Воронин на точке вбрасывания. Гарипулин против Воронина. Еще раз, если выиграть вбрасывание, нужно сразу же атаковать. Навал на ворота организовывать, искать счастье в нападении. В любом случае, шестером играет «Горняк», пятером «Кулагер». Гарифуллин, Воронин. Воронин сразу и Скотов атаковал после вбрасывания. Ускорил Борисов там. Остановка игры. Так, и вот пока, к сожалению, мы не поняли, что произошло. По какому поводу, как говорится, остановка. Ну, к сожалению, не могу вам пояснить, что произошло. Судьи сейчас проводят свое небольшое совещание. И капитан команды «Кулагера» здесь, Станислав Калашников, выясняет причины для остановки за 11 секунд до завершения третьего периода. Ну вот, собственно говоря, честно вам признаюсь, не пойму, в чем дело и как развернулась эта ситуация, почему так произошло. Калашников разъяснение получил своей команды. Шульга там рядышком был. Поехал главный судья сейчас в середине. Было ощущение, что поедет он к Неструеву для того, чтобы объяснить причину. В любом случае, Гарипулин все так же против Воронина. Очень важный момент.
Да, 16 секунд остается. Да, не было 11, а поправили цифры на табло. Теперь 16 секунд до завершения третьего периода. Наброс на ворота. Шайба зону Кулагера не покидает. Сейчас покидает Юлбарисов. Ну что, дорогие друзья, считанные секунды остается до завершения третьего периода. И теперь уже всего матча Кулагер, дорогие друзья. Четвертое поражение команды «Горняк» подряд. И серия Кулагера, победная серия Кулагера продолжается. Ну что ж, дорогие друзья, Селиверстов оформляет сегодня сухарь. Поздравляют, конечно же, Виктора с этим, партнеры по команде. Ну и видим, конечно, расстроенные игроки команды «Горняк». «Горняк», который сегодня старался. «Горняк», который делал сегодня все возможное. Атаковал. Было множество моментов у «Горняка». Но шайба предательски в створ ворот не залетала. Дорогие друзья, такими были два матча «Горняк-Кулагер». Впереди у «Кулагера» еще одна игра у себя дома против «Торпедо». У команды «Горняк» еще 4 игры. 2 против «Торпедо» 20 и 21, 26 и 27 против команды «Иртыш». Ну и что ж, дорогие друзья, настоящие болельщики с командой всегда и в горести, и в радости. И бывает всякое. Это спорт, это хоккей. Побеждает сильнейший. Приходите на трибуны, болейте за свои любимые команды. До новых встреч. С вами были Сергей Панов и Дархан Нурписов. До новых встреч. До свидания. Итак, завершился матч между командой «Горняком» и «Кулагером». Со счетом 0-1 победил «Кулагер». И с нами капитан команды «Кулагер» Станислав Калашников. Станислав, как игра вам? Ну, хорошая игра, обоюдоострая. Кость в кость, никто не хотел уступать. Поэтому тяжелый матч получился. У нас победа, и вам удачи. Еще хотел спросить, в чем отличие вчерашнего матча от сегодняшнего? Что было сложно сегодня? Ну, вторые матчи, как правило, тяжелее, да, физически играть, потому что мало времени на восстановление. Так, в целом, как бы отличий никаких нету. Ну и как атмосфера в «Горняк-арене»? Атмосфера хорошая, приятно, что ходит народ, болеет за свою команду, и пусть так только продолжается. Все, вам удачи в дальнейших играх. Спасибо за работу. Да, все. С нами был капитан команды «Кулагер» Станислав Калашников. Ну и до встречи в следующих играх. До свидания. Один эксперт про хоккей Лига Сы. «Горняк» «Кулагер». Очередной матч очередного игрового дня. Ну и, собственно говоря, после вчерашнего поражения «Горняк» совсем по-другому начал сегодняшний матч. Как говорится, с места карьер. Очень много опасных моментов «Горняк» создал, в принципе, по игре. И в первом периоде сейчас он на ваших экранах. Ляпунов здесь имел прекраснейшую возможность для того, чтобы поразить ворота. Однако Виктор Селиверстов сегодня был безупречен. Селиверстов, который в створе ворот сменил Данилу Кадочникова. Кадочников во вчерашнем матче принимал участие. Ну и Виктор Селиверстов сегодня. Ильгиз Радич Нуриев принял такое решение и не прогадал. А это опасный момент. Здесь уже Руслан Абдулаев был на острие атаки. Также имел возможность, но Селиверстов, все тоже Селиверстов. В первом периоде заброшенных шайб мы не увидели. Второй период также стартовал под диктовку команды «Горняк». Ну и понятно, что «Кулагер» не собирался сидеть в защите. «Горняк» атакует. «Кулагер»
сопротивляется. Ну и вот опасный момент уже в исполнении 28 номера. Это Алексей Закарлюкин. Смотрите еще разочек. Ну и здорово здесь уже голкипер команды «Горняк» Владислав Нурек себя проявил. Довольно дисциплинированно играли команды. Абсолютно немного удалений было. Ну и здесь атакует ворота Глеб Штайгер. «Горняк» снова силами Гавриленко уже. Капитан команды «Кулагера». Ну и Гарифуллин атакует. Гарифуллин здесь. Еще один момент. Это уже Герман Грачев. Нурек на месте во втором периоде. Заброшенных шайб мы не увидели. Ну и развязка сегодняшнего матча. Заброшенная шайба. Шайбу забросил Никита Потапов. Номер 10. Ассистировали Филипп Святына, Булат Хаматов. Здорово в этой ситуации разобрались игроки команды «Кулагер». Ну и Владислав Нурек помочь в этом моменте своей команде не смог. Был у «Горняка» финальный штурм. Был взят тайм-аут. Был сменен Владислав Нурек на 6-го полевого игрока. Но это все еще впереди. А здесь все тот же Закарлюкин. Все тот же Артем Гарифуллин атакует. Ну и «Горняк». Очередная атака. Здесь уже Виктор Васин атакует. 25-й номер. Александр Катков. Мощно. Но Виктор Селиверстов на месте. Еще одна атака «Горняка». Оскар Юлборисов. Это был Селютин. И далее Войтко. Войтко тоже очень активно сегодня проводил этот матч. Единственная шайба была заброшена в третьем периоде. Ее мы с вами видели. Ну и, повторюсь, был заменен Владислав Нурек на 6-го полевого. В самом завершении третьего периода было очень жарко. Но Виктор Селиверстов оформляет сегодня сухарь. Таким образом, две победы подряд у команды «Кулагер». Статистика на ваших экранах. Ну вот статистика вся сегодня на стороне команды «Горняк». «Горняк» перебросал. «Горняк» выиграл больше вбрасываний. Но «Кулагер» забросил одну единственную точную шайбу, что и принесло им победу. Таким образом, дорогие друзья, матч у нас закончен. Счет на табло уже не изменится. С вами были Сергей Панов, Дархан Нурпиисов. До новых встреч. Любите хоккей, болейте за свою любимую команду. И помните, «Горняк» впереди. No need to ask, he's a smooth operator.